Здорово всем, пацаны. В общем, опа, а это что такое? Куда лодка упала? Короче, стартую стрим я сейчас. Стартовал, чуть позже у вас появлюсь. Но вы это уже услышите в прямом эфире Гоф ОСК. Сейчас будет, сегодня только Гоф ОСК будет дома. Хочу посидеть сегодня с женой. Немножечко. Вот, ну и мы ждем сетку пока что, пока нам появится. Вот. Так, сейчас, короче, чайник вскипит, пацаны. А там уже он, судя по всему, кипит. Надо зайти на GoFOSK. Так, вот заходим сюда. Ну и, короче, ждем начала. Так, у панца, я здесь, здорово, Гер, задержка 2 минуты, помните об этом, ждем сетку, она будет в ближайшее время запилена, в общем-то, давайте посмотрим, кто пока из игроков тут есть, как бы. Так, насчет ставочки, я даже хз, что там как, сейчас добавлю на Team Liquid турнир. Так, отлично. Ну, Team Liquid добавил. 5 человек уже есть на Твиче. Проверяем. Адмирал Мер. О, не переключил я что-то, ни хрена. Так, а здесь что с текстом за шляпа творится? Здорово, Акерыч. Текст тут увеличился нереально. Сам собой, не знаю почему. Так, Лулу, он же Overmind MK, насколько я помню, да? Элайф,
Давайте наш смотреть. Блайчик, браточек есть, отлично. Каду Эверта. Контрол. Блэкджек стебл. 2-2-8, между прочим. Изи. Ганнибал, Энигмач. Опа, а чё я сам не зарядился? Ё-моё, надо... Можно ж сотку рубить. Понятно, короче, ладно. Ладно, короче, я чуть забыл про эти сотки все вообще. Да ладно. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Короче, ребят, ладно, я пока не буду тогда же врегиваться на GoFSK, потому что меня... Я смотрю, и что-то у меня там это, короче... Я не зареген, я пароль что-то не могу ввести, потому что не помню его уже. Ну, наших много, соответственно, играет. Хацуни, Мику. Все хотят лишнюю соточку срубить, естественно. Да, чудикатор, какашка даже пришла сюда. Кобра. Матвей. Минаточ есть. Стрэндж почему-то не работает. Ой, не работает, в смысле, не играет. Не работает, да. Стрэндж почему-то. Чиздем сетку. Пока ее нет, соответственно. Ну, еще скоро появится, судя по всему. Димаг катает ладер, а что Димаг в поиска не играет, не понимаю. И смысл вообще ладер играть, как у ФСК идет. Ладно, смотрим в чатик. Сейчас отпишут, короче. Ё-моё, чуть чайник на пол не ушел. И даже не чая, жалко, а что тут было бы сейчас. Просто жесть. А еще у меня есть запеканка творожная, которую Дашу сделала. Вот сейчас-то я ее буду кушать, пока сеточка делается, соответственно. Я только недавно домой пришел. Вот. Нужно успевать, короче говоря, все это сделать. Скоро будет сетка, и будем игры смотреть уже мы.
Так, все, я здесь, ребят. Спасибо, Винтере 95. Опа, сетончик появился, что ли? Похоже, что да. Угу. Блай ждет оппонента сверху, посеян. Кого-нибудь нашего выцепить надо. Кобра Аймдата, Мината здесь, кстати. Давайте как Кобра фотонит, посмотрим, может. Коу играет, а Коу что играет? Так, листаем вниз, ну, Джон 1, контрол. Шары тут всякие. Аверс против Твайна какого-нибудь. Ганнибал, что там. Ну, короче, переношу сюда сетку. Кобри прыгну. Я помню, что тут его оппонент, Аймдата этот, он бомбит иногда. Если Кобра... Если Кобра его застроит, будет прикольно. Медбет. На Твиче, короче, все, кто есть, давно меня не видел, говорите. Тысячу раз говорю, повторяю в очередной раз. В описании канала есть ссылка на Good Game, на мой главный канал. Твич канал для рестрима получается, как бы. То есть на Твиче. Дублирование идет просто, но это тоже как бы важный канал. Но если я рестримлю что-то, Twitch забанят, поэтому я стримлю только на Good Game. Поэтому заходите почаще на Good Game. Коу что-то там я не заметил вообще, если честно, в сетке. Не знаю, с кем там он и где играет, но где-то он с кем-то там во что-то играет. Ну и надеюсь на инвайт Кобрача. Пока Иван чая из дома принес. Спасибо, Даша, задолбал мне тут чай этот покупной. А, Ковач какие-то реплеи смотрит. Что-то Кобра мне ни хрена не отвечает. Так.
Так, руки я быстренько помою. Посмотрим, что там Кобра отыграет у нас. Все, отлично, ребят, концентрируемся на игре. У Кобра Челдон, здесь Зест на аватарке. Вот, поехали. Ой-ой-ой, меня... Вот я даю. Короче, забыл я интерфейс, что... Что я стримил последний раз из... Последний раз 2 на 2. Ну, это был один все равно, как бы. В принципе, здесь параметры есть, поэтому, ну, два просто отсутствующих, да, получается, параметра. Даже уберу я, пожалуй. Нафиг, это был один, не был один. Разведывают Кобра и сейчас спалят. Угу. А что это Кобра здесь стал? Какой-то хитростью он хочет взять здесь, походу. А че, спилон получится воткнуть прямо на мэне, будет прикольно на самом деле. Еще Мазеркор, если вылетит, может эту пробку даже не запалить. Странно, когда стенка у этого просто здесь. А, ну здесь пилончик можно впилить будет. Так, ну Кобрычу повезло, это факт, что он нашел сразу, а его не нашел Амдат. Причем, а, погодите, как Кобра запалил, что он здесь? Он пробку видел выезжающую его, по ходу дела, да? Судя по всему, да, но тогда Амдата должен был задуматься, почему Кобра сюда встал вообще. Не почему стало, почему пробки нету, и проверить бы мейн бы. Угу. Точка сбора вперед была вообще сюда выставлена, сейчас на рампу. Старгейт на мейн, да можно пилон сюда впилить просто и запушить его. Три гейт пуши я бы на месте. Кстати, между прочим, бустится варп. Сейчас два сталкера выйдет, Twilight, Dark Shrine запиливаем, сюда ставим пилоны, просто дарки прям... На мейн пригоняют, например. Даже не надо сюда пилон ставить, а вот где стоял, там и поставить. Да, Кобра читает, потому что со Старгейта полетит Оракул мимо сейчас, вот в чем проблема. Ай-яй-яй, лучше пилон здесь ставил. Так, на Ксилнаге там сталкера сбил Кобрыч. Ой, этого, сталкером пробку, точнее, наоборот. Так, здесь заходит, перестрелка пошла, пиу-пиу. Блин, пилон сейчас спалит очень плохо, конечно. Пилон спалит. Гейт потер прям на мейне. Нагло Кобрыч законтраливает здесь, конечно. Сейчас будет спален гейт, Оракул готов. Полетел вперед, еще один пилон пошел. Сталкеров зато 4 штуки уже, смотрите. Надо отступить. Если сейчас хоть одного сюда дарка удастся доварпить, то это уже пол победы фактически. Сейчас нужно проходить на мейн как можно быстрее. Еще один пилон ставить. Кобрыч, не парься, не бойся, пилона выбивать надо. Еще один пилон пошел. Грелочка заказа. Здесь два сталкера доварпливаются. Нужно проходить на мейн срочно. Грелка, конечно, это все хорошо. Мазеркор Кобра пытается. Еще один сталкера доварп. Даркшайн готов? Да, готов Даркшайн. Оракул прилетел, спалил Даркшайн, спалил все. Мазеркор падает. Мазеркор падает! Где не падает Мазеркор? Что за хрень вообще?
какая сентри, а кобры что-то мискликнул по ходу дела. Сентри удаварпил вместо... Так, Мазеркор надо сбить. Мазеркор надо сбить, Мазеркор кобры что-то не сбил. Но он уверчаш вообще здесь ничего не блочит в итоге. Это победа, блин. Что-то кобра еще разбушевался, а? Ну, сатыгу отработал уже благодаря сайту Яндека, да? Кобрыч, Энигма, с кем Энигма играет? Минатыч что-то там ожидает, что Минатыч ожидает? Так, зайдем-ка каверсу, он с ТЛО играет сейчас вообще. Вот. Так, все, талончик готов. Чуть хоть убей. Где Минато-то? Минато, кстати, с коброй будет играть. Что он через Mineral Walk видит, не понял. Как он через Mineral Walk видит по движению пробки? Я чуть не вкуриваю. Так, каверс тылу. Блин, надо... А я ведь кобра с Минато тоже хотел посмотреть. Так, прошу подождать Минатыча.
Здорово, Мороз СПБ. Здорово всем, ребят, 200 человек. У нас уже стрим из-за игры GoFOSK. Сегодня мы стримим. Станция Проксима. Карта намекает. Ну, Аверсон играет мех, он прокси не делает особо никогда, как бы, поэтому... Не, может, когда-то и делает. Прокси факту какая-нибудь. Вот, спасибо пацанам. Так, ну что, Реперон прилетает. Начинает этот Аверс тут бомбить, минус Репер. Ну что ж такое-то? Блин, вот пошел сюда, все замечательно, ну нафиг сюда идти-то. Королева с мейна вышла, в тыл зашла и убила просто Рипера сразу. Это очень плохое начало, на самом деле, когда Рипера так теряешь. И Старпорт уже пошел. Ну, все, все прекрасно видит ТЛО, что происходит. Так, два гелика заказано. Гелики приезжают, ничего еще у ТЛО нету здесь даже. Зато Беллингнес скоро будет. У Аверса две минки после геликов строятся. Либератор Медивак заказан. В Старфорте. Минус овер это будет. ТЛО пришел. Глава от овера минус нулево. За Некус не намерял через шифты назад, если Некус там прок меняет траекторию, и каким же образом она меняет траекторию. Я думал, что уже думаю, что уже давно пофиксили все такие баги. Так, двумя минками Аверс на мейн прилетает. Прям в спор копается, ну да. Как она не стрельнула-то, ё-моё? Реально поражаюсь, какие-то минки тормознутые. То они стреляют вообще, то вот... Ты у Бобиац поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Здорово. Здорово, забиц. Здесь три дрончика зато убило. Три гелика на мэне, продолжается харас от Аверса. Ну так, что-то тут поднахарасил хоть. Кстати, на мэне это под ножок плотненько так, рабочих 7-8 уже погибло. 16? Где 16 Аверс умудрился нажечь? Не, я видел, что Либератор наубивал, а где 16-то откуда погибло вообще? Чё себе. Я что-то проморгал. Один врыв, значит, я проморгал. Здесь третий СЦХ. Мех, конечно же, от Аверса. Что же еще это может быть? Спасибо всем за поддержку, пацаны. Очень приятно. Сегодня помимо GoFOSK ничего не будет больше. Буду дома. С женой, с Машей пойду по окончанию, потому что вот завтра врачу, выписывается Маша, начинается вообще опять дни как бы, ну выписывать будут, болели долго. Тяжелые дни начинаются опять, получается. Блин, здесь какой-то небольшой беллинг-баст идет от ТЛО. Ой, геликов окружает сейчас, три гелика сразу же минус. Ну готов танчик и... Дальше нет смысла врываться, ТЛО уходит назад, правильно делает абсолютно. Королеву сожгло сейчас хорошо. Зашла она, демедженная королева, у рейндж-либератора минус сразу же.
Аверсканит. Куда там аверсканит? Мейн аверсканит. Плюс один на технику. Кстати, не, ну по макро у аверса, смотрю, вообще все неплохо. Единственное, что нужно уверов сбивать таких, конечно. И желательно вторым либератором бы тоже помочь. По 10 дэмэджа бомбит этот либератор. Овер минус. Полетели вперед. Да, полетели вперед куда-то. Тора уже начинает выходить. Факторов 4 штуки. Пятая строится. Здорово, Илюк. Тут муталиски уже вылетели, как вы видите. На мейне либератор начинает крошить рабочих. Трех закрошил. Королева пришла, дамага получила. И вторая получила. Но либератор аверс вообще не контролит нифига. Еще по одной королеве присунул сейчас либератор. Ударчик один. Три дрона плюс две королевы. По два удара по двум королевам нанес. И по один еще по третий. Но королевка же будет регениться понемножку. Здесь есть туры. Интересно, будет ли какой-нибудь тайминговый выход от аверса или нет. Да нет, минки две погибли, это она мэйни вроде бы. Минка не могла никуда бахнуть, по идее. Туров достаточно много аверса. Ой, с вами хасты уже. Локусты прилетают. ЦСФ унес 400 минералов. Вот как теряются 400 минералов. Минус сразу. Синее пламя отменяет быстренько аверсу ТЛО. Ну, на месте аверса я пушил бы куда-нибудь вперед бы сейчас. Потому что, ну, как-то здесь не очень. Все получается, да? Сейчас там фарм постов станет столько, что вообще жестко напрягать начнут. Пробиваются камни. Так, приходят линги, локусты, муталиски. ТЛО решил, что он аверса прям в лоб убьет вот так. И, кстати говоря, у него очень даже получается на самом деле. Правда, сейчас локусты кончатся, но торы потеряны, это печаль полная. Тор 4 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Тор. Торы то, что потеряны, это, конечно, вообще проблема. Сейчас, если ТЛО вкурит, что происходит, если, например, Аверс ломанется вперед сейчас резко, то можно просто мутку заказать будет, и все. ТЛО начинает с разных сторон в итоге локустами разводить пытаться. Одного свармхоста поймал Аверс. Ё-моё, сколько у него свармхостов-то всего уже? 21, ни хрена оборзевшее туловище, это вообще он тут поприкалываться, что ли, решил, я что-то не понимаю. Так, локусты вылетают на мы. Нет, не надо юнитов ни в коем случае под этих локусов подставлять. Нужно туреток больше, чтобы они во время полета еще сбивались, большая часть. Так, здесь КСМ минусуется. Ну, вот перспектив у аверса в такой игре минимум. То есть, как бы, здесь понимаете, в чем проблема. Так, фаербула, два танка сейчас будет заминусовано. Но дальше зря полез. 4 реводжера слил в итоге ТЛО тоже. Гелики очень слабо вот с вам постов жгут, но, тем не менее, жгут. Один погорел уже. Остальные уйдут, естественно. А здесь все перекрыто в итоге. Надо как-то, я не знаю... Хелбатов, что ли, трансформировать, как мне кажется. Так, на мейн локусты в очередной раз полетели. На вторую локусты сейчас полетят тоже. Здесь бараки отменяют ТЛО очень-очень легко. Еще пристройки отменятся. Гелик упадет. Реактор упадет сейчас. Лава до горения доведена. ГГ Аверс пишет, короче говоря, что-то ТЛО вообще как-то... Разбушевался, аверса просто наказал вообще. Так, ждут меня Минатыч еще.
Так, ну что, Коврич против Мината. А, там все равно его, да, их часть сетки там тормозится дальше. Браток в третьем туре, возможно, с Гуру будет играть. Так, дольше прогноза на 4 минуты продержался. Ну, я так примерно говорил время, через которое освобожусь. Я думаю, ну, думал, что ТЛО просто как-нибудь будет хитро изворачиваться сейчас, пытаться, да. Ну, здесь Кобра, кстати, не стал Минат фотонить, но Кобра любит армаду, поэтому я хочу Кобру посмотреть, что он делает вообще, как бы. Кобочка минус. Может быть, он будет выходить как раз-таки в армаду. Так, ну сейчас газ будет второй у Кобрыч полностью добываться. Фаржа пошла. Так, а для чего Кобрычу фаржа? Для обороны. Опа, фаржа старгейт. Это знаете, о чем говорить? Ну, я думаю, вы догадываетесь о том, что... Скорее всего, это будет... Формадо. Чем Минат прилетел? Я думаю, Минат прекрасно понимает, о чем здесь речь идет. Здесь пилон и газ. Так, фотоночка попёрла. Будет ли в Старгейте Оракул какой-нибудь заказан или сразу... А, грелочка. Ну, правильно. То есть, грелка собьет оверов и будет выход во что-то там. В третий Нексус, вероятно. Может быть, сразу будет второй Старгейт, там, Флитбикон Каррера. Я не знаю, ну, навряд ли. Надо, наверное, в третий Нексус выходить скорее. Что-то не спешит второй газ на второй базе Кобра добавлять. Вторая грелка пошла. Так, тут овера надо найти. Где он висит? Вот он, собака, где висит. Кобрыч, реагируй, реагирует Кобрыч. Ведь АПМ у Кобры всегда вот такой вот примерно, что самое интересное. Как бы, то есть он... Это тот игрок, у которого нет лишних кликов особо. Вот, ну, почему-то Кобра не спешит на Нексус выходить. Странно очень это, мне кажется. Газ только-только заказал, летит вперед. Через крип не надо лететь ни в коем случае. Блин, сколько много крип-вижена дают? Я бы крип-тумором вижен немножечко снизил, блин.
Они, да, видят, дальше, чем крип разлит практически. То есть хотя бы, чтобы крип, ну, там на единичку дальше разливался, чем они видят. Потому что так, как бы не облететь криптумора, допустим, грелкой вот так вот вылетел. Третья грелка плюс один. Газ второй готов. Здесь овер живой еще. Так надо здесь фотонок на третий пилить тогда. Газ кобра начинает добывать. Плюс один делается, флитбикон не делается пока. У Минатыча золото занято сейчас. Можно сейчас будет... Ну, Кату не убить будет, безусловно. Кубрыч решил, что успеет Кату убить. Не, ну с плюс один может быть. И то, ну с плюс один, ну, снял бы на сотку ХП больше. Не успевает, не успевает. Очевидный момент. Надо сваливать сейчас, конечно. Много-много, слишком ХП, здесь трансюз есть уже, и это видно прекрасно. Второй Старгейт, там флитбиконы, короче, ну. Сейчас с тремя грелками можем попытаться будем. Здесь королевы уже стоят, Минат начинает золото добывать. 16 дронов он делает, нифига себе, как говорится. Чего-то много. Первый карьерец пошел, сейчас второй будет заказан. Рабов можно было бы побольше коврит запилить бы уже. Вот этот грейдик я бы тоже на его месте подбустил бы. Ну а грелками, да, сейчас нужно разводить. То есть, смотрите, с мейна до третьего золота как бы близко, поэтому... И смотрите, сейчас шпиль можно залететь, изи просто вообще. Коврич решил, что золото успеет подбрить. Он успел, но ценой грелки одной, это не очень хорошо. Оп, даже грелку мне надо еще не подрыз. Один хп, блин, повезло. А на мейне это, кстати, не менее ценное здание. Два шпиля сейчас, ё-моё, какие два шпиля? Ничего себе. Третий торги доделывается. То есть Минат еще решил карапторов очень много заказать. Судя по всему, да. Ну, плюс 2 кубра втыкает. Это очень плохо, потому что плюс 2 важнее, чем вот этот грейт. Его надо сначала закатить, пока агрессии особенности нет. Ну, плюс 2 кубра заказывает. И единственное, что в итоге получается, что вот нужно было до заказ еще карьеров сделать. По-моему, вот этот грейт тогда штамповать. Газа-то не хватает катастрофически здесь. Так, прибегают линги. 5 фотонок. Говорят, лингам нет. Рятлингом. Стоп, ребята. Газ надо добывать на третьей базе. Второй газа вообще не хватает. Катастрофически не хватает в этой ситуации кобре. А он вообще этого не видит. Так, прилетает шпиль, выпиливает. Раз. Шпиль выпиливать надо два. Что кобра и делает. Грелочку отводит одну. Тёте, два шпиля забрал просто сейчас. Чё-то пока кобра вообще тут это божит что-то, да? Прилетел два шпиля, Минат еще забрал. Вообще молодец. Потери у Зерга, смотрите, выше намного. Но для армады такого опенинга нужен, для успешной армады. Ну, надо мазершип побыстрее тоже. Где роба? Еще один кибернетчик пошла. Зачем робот? А, ну хотя нужен опс, чтобы крип выбивать. Да, согласен с этим моментом. Но лучше бы сначала мазершип, наверное, Кобрич запилил. Иначе, кстати, бывали раньше проблемы с армадой. Я видел, как он проигрывал от нее кому-то там. Так, три кайра, две грелки. Три сентри, мазершип. Корф в мазершип превращается. Здесь камни пробиваются, надо золото четвертое ставить. Кобра это хочет делать, естественно. Вот. Гвардиан шилда много будет. И филды нафиг не нужны, наверное, в таком билде. Если только ковры землю собирается добавлять, я не думаю, что он землю будет добавлять. Плюс 2 на воздух обеспечен грейд в ближайшее время. Минат 6 вайферов и 102 дрона. 102 карла. 4300, ё-моё, добыча минералов, газа там немеренная тоже просто. Копит он запас ресов уже. Понимаете, Зергу не запас ресов нужен. Зергу нужно либо пробивать. Ну, если так играть на макро, то да, запас ресов нужен. И грейды на все-все-все. Причем надо три эволюшена-то оставить. Что это за милишные только? А королева не будет бить. Вот. Бред, это Энигма. Минат еще обучалку записывал, как против Скайтоса играть. Ну, сейчас мы посмотрим, ё-моё.
Цена ли это обучалка от Минатыча? Ну да, вот если в макро играть, то Минат все правильно делает, безусловно. То есть, как бы, это масс-грейды, это масс-экономика, потом надо дронов, правда, будет применить, как бы, здание из них сделать. Там спорок много очень. Я бы на месте Мината уже бы здесь был, вот. То есть на подступах, знаете, крип как далеко протянул. Вот здесь надо сейчас пилить-то всего-навсего штук 30-40 спорок. И уже отсюда вайперами. Просто, понимаете, если создать такой позиционный район со спорками, то да, не придется вайперами эту говнозеленку куда вкидывать там в зерго, это, в процовские юниты жирные. А можно будет стоять и пытаться абдактами вытягивать, как бы, к себе. Копит вайпер энергию пока, даже до конца не стал пить ее. Из зданий. Ну, то спорок и эволюшн, чтобы вайперы постоянно энергию пополняли. Так, еще талинги бегают. Минат еще тут Синкубрыч кидает филды. Две грелки здесь прилетело. Ну, а гвардиан главное оставить. Здесь не вижу смысла пробивать камни, как фотонка еще дамажит. Третья атака заказана. Второй армор на воздух обязательно. Сейчас тоже до заказу. Камни не пробить Мината никак. Ну, Кубра 150, ему надо будет... А, еще игре... Так, это не просто армада, это армада Архоны. Ну, есть фаржа? Тогда где грейды на землю, на атаку? Нужно поля и атака. А, Кыру точно Минатыч проигрывал не так давно. Помню, да. Грелок мало. Кубры мало, грелок миксило. Зато есть архун. Так, налетают. Налетает много-много караптеров сейчас. 1-1 у зерга грейды готовы. Кубры пытаются ступить. Грелка падает. Архончик живой. Мазершип живой, кстати говоря. Архун там караптеров раскладывает. А чё Минато Мазершип-то не добил? Я ещё не понял вообще. 17 карапторов еще запилено. Надо крип нафиг. Не надо сейчас ни в коем случае идти вот к зергу улынить, но крип надо нафиг этот весь брить вообще отсюда. Где псервер вообще? А сзади кто крип сбривать будет, я еще не куриваю. Полетел кобра. Что, в атаку уже полетел? Да, полетел в атаку. Поспешил. 18 карапторов сейчас может выйти. Надо вовремя успеть телепортнуться назад. Вот это самое главное сейчас. Так, вайперов затушил кобра. Караптеры налетают. Ну как же карьеры их под мазершипом унижают? С грейды на атаку есть, кобра улетает назад. А здесь-то 1-1, а здесь-то две атаки уже есть. То есть это минус Мината, ребят. Вот тебе и гайд борьбы с армадой. Кобра не пальцем деланный. Он в армаду очень опытен. Он у нее очень много играл. Здесь пацан белый раздает еще дамажка. Караптер, 22 караптера. Кстати, вот кобра увлекся сейчас. Знаете, почему он увлекся? Да потому что мазершипа нет, телепортнуться домой он просто физически не может. А карьеры без грелок, они с караптерами не могут биться нормально. Так, прилетает грелку. Сейчас надо отступить домой, ни в коем случае лезть не надо туда. Золото не восстанавливается, то есть мультитаск хреновенький демонстрирует кобра сейчас. Пришлось отменить мазершип из мазершипкор. ГПС. Вот кобра не смог нормально сейчас отступить домой в итоге. И у зерга уже запаса ресурсов не было, обратите внимание, что самое интересное. Грелки еще пока без разогрева. Чупа есть там 4 карера. Одна грелка. Так, карапторы полетают. Да мазершип. Скором надо оверчаш выставить.
Не, ну с трех баз теперь тяжело восстановиться, понимаете, маловато это. Вот что я могу сказать по этой игре, Кобра победил уже, когда сюда прилетел, убил золото. Потом просто нужно было отойти назад, построиться до 200, сделать грейды. Либо Мазершип не отдавать, вот здесь базу сбрив, там улететь. Он слишком увлекся что-то. Причем нужно не базы сбривать. Вот если ты видишь, что у зергов в данный момент нет воздуха, когда ты играешь армадой, допустим, много. И не надо лететь на дальние базы. Почему? Там личинок мало. То есть, если ты понимаешь, что вот сейчас он строит до хрена караптеров, там, чтобы отбиться легидре, лететь нужно, и у тебя там штук 10 карьеров, пара грелок, например, разваливают. Нужно подлетать вот под эту базу и ловить на вылете караптеров. Они будут криво размениваться. 120 на 177, Мазершип, Кобрыч, Морфит сейчас. 2-2 гряды, здесь 3-1, у меня 2-2 воздух уже. Белок не нужно отводить, основная армия. Вот этот крип, смотрите, кобра здесь вычистил, а ближний крип, причем рядом висит, подлетит и убейте криптумора. Здесь вообще крипа не будет, а очень далеко. Нет, висит что-то здесь. Ну, Мазершипа хочет кобра, конечно же, доделать. Так, золото начинает добываться. Ну, это шанс определенный. Но золото надо вот сюда стремиться выйти. А вот это вариант вообще. Вот с этой темой можно биться. Будет. Но газа не будет хватать. Понимаете, в чем минус? Вот, если в такой микс выходить, без размена надо выходить тогда. То есть ты строишь воздух, крейжены делаешь и добавляешь туда усиление в виде шторма. А усиление для армады шторм это просто. Это разные две армады. Армада без шторма, армада со штормом. Потому что это нет. Ну, это все штурмовики, это не только шторм, это и фидбэки вот эти пацаны подлетают. Ты F просто фух и задуваешь их F-ками, например, фидбэками. Вот. Но, когда ты разменялся, у тебя нет армады достаточно. Ну, наварпишь ты все штурмовиков, сейчас газ потратишь, а армады-то нет в итоге. И не карреры здесь уже нужны. Против зерга, который играет в карактеров, 5-6 карреров вообще вот это выше крыши. Это я на своем опыте знаю. Нужно строить именно масс-грелок, чтобы их там 16-20 штук было. Тогда ты просто со штормом унижаешь там землю, карапторов унижают. Так, пошла зеленка, вместо шторма накидал фидбэков кобра, ну это ГГ. Архоны, кстати, хорошо карапторов закрошили здесь, но недостаточно кобра лимита, как вы видите. А были бы грелки, ребят, просто еба нажал бы, они бы так бы терпели, еще под архонами там. Так, пытаются кобру сюда выйти. Да нет, там уже, видите, как бы все печально. Ритминат успел там растянуть везде. КГНчик. Ну, макро, конечно, решало. В армаду нельзя вот такой размен давать ни в коем случае, иначе будет плохо все. Так, Блайз Демилаф у нас играет, например, сейчас. О, Бороток что-то 2 минуты уже ожидает. Чем там ожидает 2 минуты? Ну-ка, к нему резко мы врываемся. Не надо, с Алаевым будет играть. А Браток с Гуру. Давайте Пашу посмотрим. Блин, все хочу посмотреть, но нужно смотреть Пашу. Паша, Браток, Гуру, это интересный матч еще.
Последним за месяц мина... О, этот Кубру уже бы ничего не спасло бы. И у него слишком мало лимита было. Если бы у него было не 130, а хотя бы 150-160, плюс пара штормовиков этих, он бы не фидбэчил, а шторм кидал, а зеленки сплитом бы, ну, просто сплитился бы, да? То, может быть, что-то, конечно, и получилось бы, но... Скорее всего, нет. Ты говорил мне НАТО что-то с аналитикой. Что я говорил мне НАТО что-то с аналитикой? Я говорил, что игра уже проиграна для Минато. Так и было в определенный момент. Если бы Кобра не допустил таких ошибок. Он не думал, что там запас такой гигантских ресурсов. С Армадой нужно быть предельно аккуратным. Если ты разменялся... И у тебя лимит не близкий к 200, нет мазершиба для телепорта назад. Всегда нужно назад улететь. Thank you.
Так, ну что, ребят, браток против гуру, это Бу-1 все еще. Поехали, стадия Бу-1, я имею в виду. Вот. Ну, возможно, если гуру Паша выиграет, то и до Бу-3 дойдет, а может быть и не дойдет. Нет, гуру не тос, конечно же. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. ХСМ готов. Конечно, в чате ответили, 2 минуты у нас задержка, ребят. В чате вообще отвечают. За базар почти все. Вот. Но не всегда. Ну, если что, подключаюсь я, шеф, как вы понимаете. Вот. Ну, иногда люди шутят, обманывают друг друга, бывает такое. И вообще, о чем я говорю, ребят, давайте братка против гуру смотреть. Это гуф УСК номер 649. У нас турнир идет. Здорово всем, вот он СПВ, пацаны. Помните про то, что нужно подписываться на премиум, отключать отблоки, поддерживать меня и мой канал, естественно. Летает Рипер, там все чуть контролит. Так, готовы линги, поперли вперед. У гуру очень ранил, очень ранил. Может это Нидус, может это шпиль, я точно сказать не могу. Гуру боится, что браток будет мех играть. Кстати, браток играет пока реально не... Нет, лаба на бараке пошла. Скорее всего в био браток играет, но через начало, через геликов такое интересное. Причем, чем гуру собирается 4 гелика отбивать, я даже без понятия, ребят. Приехал браток, а тут 3 королевы, не получилось ничего сделать. Пытается объехать с другой стороны. Ну, кстати говоря... Браток не стал рисковать, и у гуру лингов-то не было особо. Повезло гуру, что... Не то, что повезло, он молодец, что среагировал, он сконтролил королев, как бы, получается. Банша летит вперед, банша без инвиза, что за прохлада вообще? Ну, реально, что может банша... В Лотве, где королев миллион строит, вообще сделать без инвиза. Спалилась на третьей хате еще эта банша. Начинает дамажить гуру. Там спорок везде напиливает сейчас много. Еще там гелики, гелики заезжают. Хату хочет браток забрать. Не так-то просто это будет сделать. Если бы был ее колбаты бы у него, там может быть что-то получилось. Без колбатов. С этой стороны, может, что-то получится. Уже больше половины хп у хаты снял, между прочим, браток, как вы видите. 300 вообще остается. Гуру ждет, пока достроится, и трансюзить собирается гуру. Не успел браток добить. Ну, куда ты трансюз? Ё-мо, ваншу потерял, как лунтик Паша сейчас просто. Что-то ап-ап-ап-ап, и ничего не сделать, короче. Ну, либо сразу надо было кликать и терять некоторых юнитов и пытаться добить, пока она проявилась, пока гуру не успевал трансюзить, и то, по-моему, он успевал. Либо и сразу уходить. Вот я уже говорил, что вот пьяно надо в такие ситуации прибрать. Видишь, все, не успел, сразу сваливай. Нафиг терять-то что-то.
А тут вот такая вот эта вот неуверенность. На высшем уровне такого быть не должно. 9 муталисков строится, Паша. Стим сейчас будет, как щиты еще не готов, щиты еще не будут готовы. Треть цеха. Буду третью хату раскачивать. Тоги Харас особо ничего не привел, но ситуация, я бы не сказал, что плохая. Туда-сюда что-то летает, гуру пытается найти, где бы ему что-то подшакалить. Нигде нечего подшакалить ему. Доделывается атака у братка. Везде туретки есть. Туретка с минкой даже. Что-то браток насканил, в итоге криптуморов и здесь не выбил один, и здесь два не выбил просто, то есть крип у гуру вообще не спадет нифига, то есть два скана вообще в никуда получается. Еще один скан пошел, сканит, все. Я здесь криптумор остался, ну что за бред, блин. Нужно всегда сканить криптумор с краю, что вот здесь криптумор есть и все. Тут овер висит, кстати говоря. Понимает Паша, что в тылу один криптумор остался, и нужно его просканить. Простимпачил Мариков, куда-то убегает, не понять куда. Выдвигается еще прирост. Лимита с 70 боевого на 50. Так, туретка на третьей готова. Сколько мутки? 12 штук муталисков. Мы здесь наблюдаем. Туречка вычинивается замечательно. Что-то все Паша ходит вокруг да около. Битву-то он будет принимать вообще. Там 10 бэнов. Здесь, между прочим, хелбатов достаточно много. Так, Стим пошел. Сплит имеет место быть. Кстати, Беллинги много рабочих у этих мариков и не убили. Четвертую браток стопудняк отменит сейчас базу. Ну, лезть на хайграунд я не думаю, что целесообразно сейчас. Так, ну что, гуру больше лимита стало, я не могу назвать это сплитом вообще. В принципе, то, что сейчас Паша делает. Но, тем не менее, беллинги кончились, остаются линги. Вот сейчас прироста только беллинги врываются. Минки бомбят, ну все пропало, все юниты падают. Медиваки без буста, кто как Паша бустить-то успел эти медиваки. Короче, вот реально я смотрю и как бы билд исполняется хорошо, все делается хорошо, но контроль вот здесь, вот сканы, вот это оставляет желать лучшего. Нужно именно подтягивать контроль, сплиты там вот эти все. Может UMS какие-то поиграть, я не знаю, в конце-то концов. Ну как-то слабо это было. 2-2 еще завтыкал, по-моему, в какой-то момент. Муталисков 22 штуки. Не, это очень печально для братка. Уже туретки он просто не успевает вычинивать. Мутки уже слишком много. Сейчас на мейн полетит шатать. Здесь минки падают. Вообще гуру их сбривает. Туретка еще одна, что-то туда-сюда летает. Пытается уйти. Одного муталиска потерял. А здесь-то вон, посмотрите, туретки нет, рабочих под ударом. Не, это, ребятки, к сожалению, минус браток. Скорее всего, да, ГГ. Здесь уже гуру не остановить. Все абсолютно так и есть. Так, и лайф Мината. Лай против Радзуна, кстати говоря. А, он уже все, он уже наказал Радзуна. О, Минато Элайф, победитель Зиги сейчас будет играть, кстати говоря. Что там Минато бьется, кстати?
походу проиграл меня на Челаева, я не знаю. Так, прыгаю к Элаеву сейчас резко я. Элаев против Зики, победитель с Блаем. Быстро играют пацаны. В общем, с Блаем уже 3 будет, короче говоря. Шоу-тайм по нижней части сетки идет, там сегодня играет. Нет, 3-4 танка не помогли. Какие танки? Ты вообще глаза раз... Ну, видишь, что происходит? Минки строятся. Если строятся минки, не строятся танки. Это же био. Так, Бу-1, поехали. Лайф против Зиги. А Зиги сам тиран. А я вот этого даже не понял. Так. Все, ребят, Зиги Прокси Рипер, барак. Отвлекся, что-то посмотрел там сетки сейчас, что к чему. Убедился, что сегодня больше не будет действительно турниров каких-то важных. А их действительно и не будет сегодня. Ну тут такой прокси барак поразвлекать больше, чем реального демеджа нанести циклон. Делается здесь слабо, под Старпорт пошла. Привет, Гендель, привет всем. Так, барак, кто у нас стоит? Барак, ты чуть не... А, это назад барак вылетает. Два рипера запрыгивают на мейну Зигера сейчас просто. Гранатка под Марика. Вторая гранатка, ничего не убил Зиги, сразу улетает. Но он бы потерял бы двух риперов, если продолжал бы здесь что-то делать. Лайф умудрился КСМ-ку в это время вывести.
И рипером полетел, теперь уж самое интересное. Здесь циклончик будет уже готов к прилету, к приходу КСМ-ки, к прилету рипера. Вот он, рипер летит, барак спалил, все прекрасно. Так, циклон рипера минуснул. Здесь марики ждут на мэйне риперов. Гранаточка, ну одного... Блин, еще этому повезло. На одном хп выжил, а? Чертяга, да? Живуч, живуч. Еще рипер уйдет сейчас при этом. Всем же самое интересное. Мариков можно было бы... Можно было бы и... Вылечить мариков сейчас. Ну, не лечит их лайф. Странно даже. Зиги летит Рейвена вперед. А дома ты чем... А, ну здесь два циклона есть. Один-одинешенный крипер, но запрыгивает на мэй, начинает шатать. Рейвен возвращается домой. Зачем он возвращается домой? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? Вот что он, зачем он домой возвращает? Так, рипер в итоге минус. Здесь есть циклон. Так, минус. Еще одна автотурель. Лайф вычинивает циклона. Надо фокусить автотурелью рабочих и не париться. Не надо перестреливаться с циклоном, с корейцем, потому что он просто вычинит его и все. Кстати, между прочим, хочу вам сказать о том, что у Зиги-то рабочих больше, чем у Лайва. Но у Зиги... так, Рейвен назад возвращается. Да. Так, полетел в Айншай, где-то викинг летает. Вот он где летает. Блин, как... Уп, прошу прощения. Как-то Зиги здесь мертвовато действует, реально. Улетел за Баншой туда, а здесь вторая прилетела и начинает на мэйне ковырять. В общем-то, вот, пожалуйста, кореец. Все элементарно, прилетел там, подшатал, здесь подшатал, все. Скан вообще мимо, не захватить не может, не пострелять. Еще надо сканить, получается, что ли? Еще пошел скан. Три скана, ёба. Какие же мертвецы, а? Какие же мертвецы, блин, а? Ну, Элайф идет добивать, и... Лайф против Элайфа будет сейчас, Элайф выиграет, как бы. Надо было сосредоточиться. Перед игрой, ну, бот-3 у Блая. Я не знаю, с Лайвом лучше бутри или хуже. Бутри можно хатку прокси пильнуть. Даже если проиграешь, сыграть еще игру. Бу-1 можно на халяву убить, либо как бы отлететь. Тоже как бы, такой момент. Так, циклоны дроп собирают. Это минус Зиги, ребят. Здесь ничего не сделает он абсолютно. Просто физически здесь ничего сделать не может. Туреточку бы надо бы сбрить. Туречку сбивает Зиги. Ах, тут турелька. СМ-ки вперед поперлись. Вообще не знаю зачем. Викинги минус. Все, минус здесь циклон. КСМ-ок развалится. КСМ-ки запилит ведь циклон. ГГ Зиги пишет, правда. Понимая, что здесь дальше ловить нечего.
Сейчас. Так, ну ждем Блая. И Блая уже 300 сегодня срубил. Трех буржуев выбил за сайта, за корейцев там, чё как, интересно. Вот. Блая последний, кто остался из наших. Так, наверное, была черкает там, я хз. Так, Блай уже ожидает, и я прыгаю к нему, поэтому сюда. А, нет, ты не считаешься точно, это ж только для российских игроков. Блая не считается точно, ну это только для российских игроков сделано. Но если там нормально все пойдет, может быть и расширится все, потому что просто финансов нужно как бы на это достаточно много. Вот. Вопрос в другом, что как бы... Поможет ли это чем-нибудь? Thank you.
Так, ну что, Blue Life бутришечка уже, поехали. Посмотрим, что выйдет из этой игры. Сможет ли Блай что сделать вообще? А, ну Блай просто пул первый без газовой игры, это интересная тема. Так, не знаю, почему ты подумал, что Лайфзерк блайлингами прибегает сейчас, в общем-то. А здесь что? Здесь два Марика, больше ничего здесь нету у Лайва, между прочим. Кстати, можно на рампе Мариков зажать, что Блай делает вполне успешно. Минус два Марика, минус КСМ-ка, раз, два, три, начало для Блая просто великолепное. Складывается 4-5-ка. Офигеть, Блай унижает просто. Что произошло-то вообще? 6 лингов сгрызли, 2 марика, 8 КФССМ. Респект таким парням, как Блай. Это, конечно, европейский. Сервер Блай прыгает 9 КСМ. Что творится вообще? Это вообще жесть какая-то. Гель, 2 марика, гелик здесь. Для Лайва очень все плохо в этой игре. Если Блай упустит эту игру... Если Блай эту игру упустит, я не знаю, что надо, чтобы победить вообще... Реально корейцам пару пальцев отрезать перед игрой, что ли, короче, как бы. Не должен был я упускать здесь. Ничего не должен он упускать. Так, Ручурну Блая пошел. 33-16 по рабам. Муфлингом делается. Лейера пока нет. Тут, я не знаю, тут Нидуса можно даже добить, было бы, мне кажется. Линк все еще живет. Сколько, кстати, у него? 4 юнита уничтожено. Ничего себе. Так. Их 3 минуты. 2 минуты. Зачем вот писать, если нихера не знаешь вообще? Так, залп Минка делает в ответку сейчас. 5 дронов минус Блаю, и рабочих уже равное количество. Не, ну мастерству преимущество отдавать такое, это я не знаю, что это вообще. Если сейчас преимущество такое Блая даст, то чушь. Звуков из игры нет, так сделай громче звук, и будут те звуки из игры. Фига себе, нету ему звуки вообще. Со звуками вообще все в порядке. Да и микшеры все. Что за чушь вообще? Так. Блая уже меньше лимита, чем у Лайва. У Лайва... Не, ну у Лайва, кстати, хелбат пуш плюс банша. И
Вот это знаете, о чем говорит? Вот если бы это вот такое сделал Снут, например, именно в начале пришел и столько убил бы Элайву, у него бы уже лимита было, я не знаю, там просто немерено. То есть у него он умеет СД зажимать. А Блайб, потому что у него стиль такой, там, хаты, прокси, у него мало опыта в таких играх, он у него как-то с этим хуже всегда. Но тут Элайв ужасный пуш делает, просто ужаснейший пуш он делает сейчас. Колбаты падают, Марик падает, все падает, Банша вычинивается с рабочими, Элайв пишет ГГ. Элайв мог спокойно сейчас играть макро, он, ну, потому что уже он просто не видел, он думал, что там преимущество гигантское, а по рабам-то ровно примерно было. Вот, а в итоге он выходит. Пишите, кстати, про звук, ребят, что там со звуком. Ну, Блай молодец, нам нужны наши игроки далее. В сетке, в полуфинале. По этой сетке, а, так, мульти Нерчо, Гуру и Мурфпас. Ну, Блай Гуру, это частый матч такой. Внизу мана шоу-тайм идет. Кин еще супер. Ламба, правда, уже убил супера. Намшар, возможно, убьет Кина, не знаю. Европа. Тяжело корейцам на Европе. Но еще бы они на Европе всех разрывали вообще. Ощущение, что не была Рева играет. Ой, уровень скилла запредельный. Чемпион КВН 2016 сезона. Тут у нас объявился какого-нибудь там сезона. Смотрю в чатике. Так, что за братья мы созерцаем? Просто матчи или турниры? Да просто матчи, короче. Я зашел, смотрю тут этот... Кто там первый-то у нас? Аверс играл с этим, как его... Как его забываю постоянно, короче. Сейчас посмотрим в сетке. Аверс ТЛО, точно я вспомнил. Все нормально со звуком, отлично. Аверс ТЛО играет, там, Минато с Коброй, Браток с Гуру. Что-то все взяли и вот так вот играют неожиданно. Я думаю, дай-ка я приду в 4 часа. Походу, они все будут играть здесь, как бы. Вот. Теперь вот Блай с Алайвом что-то решили. Так, если Twitch лагает, идите на Good Game, но Good Game не лагает. Бывает, что Twitch иногда лагает. Вот. Спасибо за звук, ребятки. Отчет по звуку. Вот. Название стрима надо читать, чтобы понимать, что происходит. Ссылку посмотреть, сетку там в описании канала, например. Либо.
успешно создана. Новая королева создана. Так. Рева плохо играет, я ни разу видел. Рева играет хорошо, но не лучше Блая, как бы, особенно сейчас, потому что Рева, ну, я не знаю, кстати, вот Ревчик сидит, привет, кстати, в чате, насколько он сейчас активно тренится, как бы. Вот. Вот это тоже вопрос. Ну, там толсто троллил просто человек в чате. Поэтому нужно было ответить как-то. Так, шпилечек у Блая ранее играется. Плетка, 3 газа, 2. Здесь 4 газ. Разве не надо на шпиль 4 газ по билду? Хату 3 уже можно ставить на такой-то карте. Очень странно было действует, короче, не знаю. Здесь у нас 3 сэшка уже был. Так и не добавляет, что была 3 газ. 4, в смысле, прошу прощения, 4, конечно. Какой 3 там. 2 на 2 базе, в сумме 4. Плюс 2 барак. Старпорт на реакторе у нас получается. Сейчас еще и бараки здесь доделаются. Насчет, кстати, ранее, учитывая такой билд, и раннюю 3 сэшку, достаточно ранний старпорт у Лайва выходит. Так, здесь линги Марика сгрызают. Здесь дропщик геликов был, Блай законтрил, отбился. Ну вот можно 6 аж целых муталисков сейчас заказать. Лайв сканит вторую базу, шпиля он так и не заметил. ESL группа Б давным-давно выложена видео. В группе ВКонтакте. Вот я не выложил единственное первый StarCraft и Алима Лигу. Вот это да, я там не выложил. Надо посмотреть будет, где оно там. Меня просили выложить, да? Ну, я попробую это сделать сегодня, возможно, после стрима. Везет сегодня Блаю, смотрите. На 4 хп просто овер улетает. Муталисков 6 штук. Сэмку Блай еще подойдет. Турета, кстати, нет пока у Лайва. Вот овер висит, смотрите, видит Блай викингов? Ну, видит овер вот сюда куда-нибудь. Пусть он летит понемножечку, и никто его не собьет. Ну, зачем отводить овер? Ведь он же... Ведь можно его успешно отдать. Просто 3 хата у Блая, 1-1 делается, 1-1 позже. Как-то не знаю. Опять же, Блай такое ощущение мне как-то мог получше реализовывать. Сильно его лаги. Да не, у него не лагает, просто он соврал нам с никнеймом, с этим действительно, да, он. Он не лайф, он dead player, нужно ему писать просто и все. Мертвый игрок, как бы. Так, здесь мутка летает, харасит. Минки. Закупано в некоторых направлениях. 4 викинга уже есть. Просто строй рабочих, Блайчика. Он строит 58-47 по рабам, крип. Крипа очень мало, 2 криптумора каких-то обглоданных туда-сюда двигаются. 4-ю можно занимать уже. Ой-ой-ой, ребята, я пропустил момент. Залпанули минки 2, но я испугался, мне показалось, что муты много погибло. Ни хрена, 3 муталиска всего погибло. Но даже 3 сейчас цены муталиска на самом деле. Так, еще-то беллинги бегают. Причем и лайф это видит прекрасно.
третья цеха начинает добываться. Минок интересная позиция. Можно было бы заморфить, там, я не знаю, оверсира, вот из этого овера демедженного убить. Но зато Блай 4 викинга подрезал лайва, кстати говоря. То есть это он еще удачно разменялся, на самом деле, ворвавшись на эти минки. Может быть, он даже сплэшом по викингам там демедж выманил. Так. Опять что-то минки бомбят очень жестко. В описании канала есть YouTube. На YouTube я на гудгеймовские выкладываю записи свои. Вот. Он есть в описании канала. В группе ВКонтакте моей выкладываю я все, что на YouTube заливается. Оно там есть. Вот. Поэтому можете в группу ВКонтакте заходить, смотреть, просто открываете видео. Под видео всегда на Ютубе написан канал. Какое любое видео не смотрите, туда тыкаете, заходите, жмете видео там, ну и смотрите, что там к чему. Там не только мои видео, но их там достаточно легко найти. Ну, ВКонтакте все есть. Так, летает Лайв, пытается харасить. Что-то и Лайв тут раскачался, 8 бараков у него уже. И как-то Блай здесь, мне кажется, отпускает игру-то немножечко эту. Хотя пошел хайф, четвертая хатка добывается. Вот в хайф побыстрее, наверное, надо было выходить, скорее всего. Так, три туретки уже в этом направлении. Так, Лайв собирается вперед. Ну, была самая главная линга беллингов достаточно сейчас иметь, чтобы встретить Лайва. На 4 базы дронов уже не 69 надо, а, ну, как минимум 75-77, может быть, вот так вот. Тогда будет добыча идеально практически. Да и вот отсюда можно уже часть перевести, да здесь на мейне многовато. Что Блай делает? 3-3 у Лайва, пошел 2-2 у Блайди. У Блай инфесторы, кстати, есть, обратите внимание. И Лайв тут пытается крип выбивать, и ведь неплохо он это делает. Лайву надо бы... Так, контрзабегание интересно, но без бейнов оно не так сильно будет, скорее всего. Хотя Лайв ушел, и сейчас даже без бейнов сильное забегание получится. И Лайв уходит за депошечки сейчас. Лайчика решил, что не надо забегать. А с бейнами можно было бы и за депошечки ворваться. А минки выма... Что-то Блай сегодня вообще в ударе. Смотрите, минки как четко выманивают. Линги прибегают на 2-2. Тут сгрызают часть мародера Мариков. Здесь бой надо грамотно принять. Но у Блая много, у Лайва много минок. В тылу здесь, смотрите, какой Микос может зайти. Хороший. Пошел скан. Ёма, второй Микос и Лайв кидает. Беллингов Блая не хватает. Поспешил Блай, ГГ. Блай. Как же минки сейчас жахнули. Ну, Микос кинул хорошо, согрелся сейчас, а против, не, ну, ГГ еще пока не ГГ, ну, экономика хорошая. Но, блин, против минок-то сплит нужен, уверсиры нужен, нужно лингов наверх отводить, чтобы минки стреляли. Они беллингов там выбили просто нереальное количество сейчас. В итоге в ультру не выйти, ни хрена не во что было, 180 на 130, не, я думаю, было не втащить здесь, конечно, скорее всего. Так, золото у Блая при этом строится. Ультрал уже первый, блин, заказан. Хату четвертую Блая сливает успешно, но за нее биться нечем просто сейчас. У Блая очень много юнитов приходит сверху. Еще выход идет. С этим микозом Блай. Лучше просто без микоза. Терпел, терпел. Вот эту группу хорошо подблочил. Решил, что ворваться. Так она была в тылу армии всей. То есть пока Блай бежал, его уже вся армия погибла просто. Минус 2 инфестера еще. Ультрал пока не готов. Блай на халяву тут шатает приросты лайвовский. Говорю, сюда подходит. Первый ультрал готов. Но не готова уникальная армура еще на ультру не готов.
Вот ультра-албой начинает, Блай бегает, Минка залп делает. Королева здесь есть, надо врываться всеми ультралом и... А, 4 ультрала у Блая даже делается. Ну нельзя вторую хату отдать, ни в коем случае. Так, беллингами надо в мариков ворваться. Блай нет, трансфузит ультрал, беллингами врывается в мариков, ультрал начинает крошить, муталиск начинает крошить, 150 на 113. Ну я почему-то не уверен... Кто добил хату, ё-моё, как она погибла, не понял, вообще не вкурил. Кто-то добил хату сейчас, если бы эта хата не погибла, у Блая нормальная ситуация могла быть. Сразу золото начинаем добывать просто, там газ еще таскается. Ультралов уже 7 штук сейчас будет, между прочим. И 3-3 грейды, блин, какой неудачный врыв вообще. Да, печально все, что бываем. Готовы беллинги. Беллинги идут танковать зачем-то, непонятно зачем. Элайф дроп на мейн предпринимает или на вторую, не знаю, куда на вторую. Так, один ультрал там на дальний остался. Так, Либератора не слабо бомбят здесь. 90-137. Хороший микос от Блая. Все хороший микос. Блин, экономики не хватает Блая. Продакшена Блая очень сильно не хватает. Здесь хату восстанавливают. Здесь хата погибла. Ну, короче, нет. Тут медленно, но верно побеждает. Кореец, конечно, но... А как все начиналось-то хорошо, да? Перекапывают спорки от Блайщика. Хоть Либератор погиб. То хорошо, 87-150 по лимиту. Здесь камни. Элайф уже с мейна на пятую перелетел. На 110, на 200 фактически сейчас Блая. Ну, сейчас Элайф придет, добьет. Здесь природа, ну, гигантская армия выдвигается вперед сейчас. Правда, есть микос, кстати говоря, у Блая. Элайф сканет, видит инфесторов? Не, не видит, кстати, на грани. И там участок инфесторов. Замечает Блай, беллинги закатываются. Залп минкой по уверсиру. Хорош, микос еще нужно кидать. Ультра-то крошит хорошо здесь, кстати. Вот чуть бы получше экономику Блаю, то есть он мог бы здесь биться. Чуть больше юнитов нужно. Молодец, Блай сопротивляется. Следующий уровень надо более четко отыграть просто ему и все. ГГ. Так, прыгаю в игру.
Ксиукп поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, как раз за коммуналочку платил. Заодно и стримчански надо поддержать. Смайлик бича. Так, спасибо, Халик Юпи. Коммуналка — это хорошо. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Пару сотенчиков уже залетело. Ну, сегодня стрим не дико долгий будет, сами вы понимаете, глухой СК не будет длиться слишком. Вечно, точнее, не будет длиться. Гуру с Нерчом бьют, с Ламбо скином, Шоутайм убил Ману, с Рейнером будет биться, Рейнер Тейлса убил, Кином Шара убил, кстати, возможно. Так, не знаю, кто там полуфинала будет биться. Ну, посмотрим, тирановская, не тирановская карта, дропать Ублая, все в его руках, он сегодня очень неплохо играет, но тут ошибка нелепая какая-то. Не позволило ему выиграть. Создана. Новая королева создана. Так, ребят. Про Twitch, кстати говоря, к сожалению, на Твиче сегодня с ГГ, с рестрима что-то, да, лагает. Про Твич не только вы пишете, я посмотрел в конфу стримеров, там и у других людей, кто стримит, на Твиче проблемы очень серьезные, как бы, да. Но тут ничего не пойдет. Так, Старпорт меняется местами. С Бараком на лабу садится, это Гелик и Ванши будет, у Блая Роуч Уорренда заказывается. Какой-то тайминг Роуч Уорренда, по-моему. Морвета поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. 0 юнитов вообще лингов у Блая. Сейчас 4 гелика приедет, унизит рабочих ему. Не понимаю, что он делает-то. Тайминг Роуч Ворона плохой. Лингов нету. Что Блай делает? Вот кто мне может объяснить? Как две королевы сейчас с 4 геликами могут справиться вообще? Хорошо, что линги быстро строятся. Но рабов тут погибнет... Много может погибнуть. У Блая рабочих он окружает. Гелика пытается. Уходи, Блая, рабочих своих уводи. Ну, пожалуйста, штук 10 сейчас. 8 из-за куста просто минус. Ну вот, блядь, ну лунтиковская тема. Реально лунтиковская. Ну 0 юнитов боевых, блядь. Ну почему не заказать вовремя лингов-то, блядь? Видят же гелики, что там строятся. Конечно, 4 поедет он. Хэппи жёг, все жгли, и до сих пор ошибки такие, блядь. Чё за хрень вообще? Так, линги забегают, мариков, геликов не могут прогрызть. Ну, Блай, правда, ничего не потерял. Вообще, извиняюсь, что матом по-другому не могу. Ну, просто, блин, бред вообще полный. Бесит меня, когда так происходит. 8 роучей вперед двигаются, там банша строится. Пожалуйста, куда она полетит, эта банша, я не знаю. Но Блая нужно очень много дэмэджа нанести, на самом деле. Приходит Блай, фаерболит бункер, банша есть, сколько дэмэджа он нанесет, я не знаю, но рабочий погибнет определенно некоторое количество у тирана сейчас. Надо сбривать бункера, нужно заходить на мейн обязательно Блаю, иначе печаль полная. Реводжеры падают, попытался лайф вычинить здесь. Стимпак можно сбрить, Блай, заметь же стимпак, скорее сбрей его, хотя в принципе...
Хорош, фаербольчик падает. КСМ погибит, ну, очень много. У Блая рабочий заказ. 36-14 по рабам. Похоже, для Блая все-таки это победа. Потому что у Лаева рабочих вообще не останется сейчас. Я вижу 6 на данный момент. По-моему, их станет 0 в ближайшие. Хотя не, вот этого КСМчика навряд ли кто-то выпилит сейчас. Ну, 3 мула есть за 30 сехи. Ну, это лот, в принципе, да? Тут 3 мула, скорее всего, не помогут. Лейер бы Блаю запилить. Не помешало бы. Так, деньги последнего выпилюют. 0 рабочих осталось. 4 мула кидает Элай. Блай одного сразу схавал. Правильно сделал. Надо разводить. Банше еще. Надо бы Блаю лингов заказать еще. 9 лимитов. Че, он собирается сопротивляться все еще? Так, СМ пытается выпилить. Блай не выпилит вообще. Так, спасибо, мистер Вета, за поддержку. Чуть ты в этом месяце прямо... Спасибо тебе. Большое спасибо всем, пацаны. Надеюсь, что Блай тоже подводить не будет. Атакованы. Хорошо пуш удался, Лайв просто не видел, что Блай пушит, в общем-то, в ответку, поэтому он так и удался. Банши возвращаются домой, кажется, Лайв видел, что линги бегут вперед. Вот, не было бы, отменил бы Блай стима, не стимпачился бы Лайв, сейчас на халяву была лингов бы не убивал мариками, да? Ну, рабочие упадут, 20-73 по лимиту, похоже, все нормально будет сейчас. Лейер доделывается. 1-1 у Лайва. Вообще не хочет выходить пес, а? Что заставит выйти этого игрока из игры? Только наказание. Спорок по 2 штуки в Лайве здесь запилил. 6 спорок. Молодец, правильно реализует свое преимущество. И это очень хорошо. Нет, на Твиче лаги жесткие, пацаны. Все жалуются на лаги. Я не знаю, в чем там дело, почему так происходит. Так, оверсир летит. Опять врываются линги. Старпорт тут перелетает. Не, братан, Старпорт тебя уже здесь не спасет на второй базе. Блай в очередной раз с собаками забегает. ГГ пишет, и Лайв там ничего сделать не может. Молодец, Блай. Так, ну там нерж Гуру бьется. Если Гуру победить, конечно, была лучше. Молодец, Блайчик, молодец. С Твича все на гудгейм уходите, пацаны. Ну там лагает, я ничего не могу сделать с этими лагами, к сожалению.
Так, ну что там в других полуфиналах делается? Блай прошел вперед. Четверть, наточки, не знаю вообще. Просто Блай спецом слил, просто Блай завтыкал заказом лингов, мог просто спокойно принять этих геликов и убить сразу бы его уже. В общем, спасибо, ребят, всем за поддержку. Помните, что вы можете поддержать, подписавшись на премиум, включив отблоки по реквизиту описания через плеер материально. Мы ждем продолжения сейчас. А что у нас продолжение? Продолжение Блай против победителя Гуру Нерча. Кто победит, ни хрена там пока не ясно. Кстати, надо посмотреть, может что-то перестримить. Может кто-то что-то интересное стримит. Кто такой Кин? Корейский игрок очень неплохой. Ламба ведет Кина, кстати говоря. У Артичу стримит. Давайте посмотрим. Шоутайм Рейнер в Арди стримит. Шоутайм 1-0 ведет. Ну, очевидно, он фаворит. Никто не стримит Нерча. А где польские все? Чуть все не поляки не стримят никто. Странно это даже. Так. Вот следующим образом сетка выглядит, ребят. Блай, здесь уже Гуру Нерчу, Ламба Кин, Рейнер Шоутайм у нас. Ну, вроде как, если Шоутайм будет низ сетки тащить, не должно зеркалки быть у нас из ВЗ в финале. Так, что-то чаек напросился на секунду. Отойду, пока Блай не играет, чтобы потом не отвлекаться ни на что. Ребят, ждите, сейчас я вернусь. Так, все, я здесь. Ничего себе, Александр Евгеньевич мне просто 5000 на Сбер присылает и говорит спасибо за трансляцию. Александр Евгеньевич, да ты просто жгешь, спасибо тебе.
большое, очень-очень приятно. Если бы, ну, никнейм бы писал, еще было бы замечательно. Так, смотрите-ка, Рейнер тут шоу-таймом-то огрызается еще как. Сейчас я посмотрю, что Блайтом. Так, Блайт сейчас скайп скинет нерча. Здесь шоу-тайма 200. На еще кого-то 200. Спасибо большое тебе, Александр. Так, а что у нас тут? Так, нужно будет взять оттуда, потом добавлю. Я просто сцену не буду сейчас менять, чтобы там тупо скопировать. Потому что здесь сейчас финальная битва намечается вообще. Плюс 2 у шоу-тайма. Третий так и делает. Здесь уверчажа. Рейнер Нексус грыз. Линги 2-1 с грейдами. Пошел замес. Варди показывает нам замес. Три колосса, архуны и сталкеры. Очень много гидрилинга, беллинги здесь у... Чего себе? Я не понимаю, Рейнер разобревает или нет вообще? Колоссы жгут, шоу-тайм показывает контроль здесь. Отступает назад. Так, отступает шоу-тайм назад. Да, отступил назад. Нексус-то упал. Правда, у шоу-тайма запас хороший ресов. Так, шоу-тайм что-то сентри делает. Нахер ему сентри-то? Архунов сделал бы, сейчас и было бы все замечательно. Спасибо, пацаны, всем громадное за поддержку. Вот. Очень приятно. Завтрашнего, с этой недели собираюсь начать понемножечку ногу. Новый этап разработки ноги. Буду бегать по чуть-чуть, начинать. Там с пары КМ начну. Вот, думаю, что буду побольше стримить из-за этого. А обычно, когда физуха хорошая, поиграть само хочется. И комментируешь поживее. Вот. Так. Спасибо, психоз. Все дошло. Спасибо большое. Очень приятно. Неожиданно прямо. Давно не поддерживали. Особенно на Сбер прям. Так. Короче, на ошибался Рейнер после достаточно удачного боя, и шоу-тайм его разваливает и не упускает свой шанс вообще. Здесь все очевидно уже на самом деле. Давайте-ка, может, Блайт скинул там нерча, как играют. Так, кто это такие, я не знаю. А вот Team Number. Французики. О, гуру нерча ведет, ничего себе. И гуру вообще ведет нерча, что ли? Гуру собрался убить нерча? Да, у него вообще все замечательно здесь. Чуть себе... Ну, нерч... Так, здесь шоу-тайм победил. Я думаю, что гуру более удобный для Блая оппонент, как мне кажется. Хотя, если он так силен, что всех шатает как-то... Лавка, Нраш, все нормально. Спасибо, что смотришь, не парься даже. Поддерживает тот, кто может и кому нравятся стримы, естественно. Самое главное ваша поддержка это то, что вы смотрите StarCraft. Вот, а я стараюсь его стримить по максимуму. Вот в этом вся и суть заключается. Так, прибегает гуру к нерчу. Что-то гуру нерча-то, посмотрите, просто 30-20 парабам. Это ГГНчик, походу, не? Ну да. А как вообще нерчу? Он не вытащит здесь уже. Гуру не настолько... Слабый игрок, чтобы такое преимущество отдавать, ребят.
Так, но спойлерить не надо. Троучи везде, ЛР делается. Сейчас Нерч, я думаю, все поймет и ГГНчик напишет. Все, линги все минус 58-36 по лимиту. Так. Да-да, задержка долгая, но я все равно включил в итоге, ты сам увидишь все. Вот. Так, а что тут у нас? Сейчас я даже гляну, гуру у нас. Да, гуру уже вне игры. И похоже, что сейчас будет битва. Шоу-тайм 7К ММР, ну так сомнений нету. Jamais il y a plus un défense, ça nullifie plus un attaque. Et après c'est tout, plus de d'attaque, plus chaud dans tous les cas. Mais c'est mieux de privilégier face à des roches le plus un d'attaque parce que de mêlée. Parce que ça fait beaucoup plus de dégâts, ça fait tellement de la différence, surtout que le roche est blindé, faut pas l'oublier. Ça permet de nullifier son armure un peu, ce plus un attaque. Тут приходит гуру, минусует просто. Спасибо, Хелга. Спасибо всем, пацаны. Так, здесь я все закрываю, сетка есть в описании везде. Ну что, ждем Блая Гуру. Так, 500 рублей мотивации. От кого 500 рублей была мотивация? Ну-ка, ну-ка. А, на Скорялите? Ничего себе, короче. На канале босса меня зарабатывают в обход меня уже, видите, как бы. StarCraft на подъеме, пацаны. Ну, респекты на Скорялите. Вот. Пятишка не лишняя. Ждем игру, короче говоря, Блайчик против Гуру. Ну, ребят, без обид, я сегодня хочу дома побыть после гоф войска и закругляться буду, потому что завтра Даша с Машей к врачу пойдет. Маша, скорее всего, выпишут. Не скорее всего, две недели уже там по правилам каким-то выписывают. Вот. Посидим немножечко дома. Ну, давно я вечером не сидел. Вчера там к корешу пошел, вечером посидел. Вот. Да и у нас ничего и не будет дальше. Сегодня интересного, поэтому... Только тинка не американский ночью. А вот завтра, War TV Weekly.
Опа, финалы сезона, ничего себе. Не понял, а что за квалификация к финалам сезона? Это вообще как? Пока не пролегивалось туда людей, но по-любому пролегится. А до этого что тогда было вообще? 600 баксов main event. И группа потом будет. Фига тут у Варди нормальный турик мочит. Ламба кинул, бил. На Европе это нормально. Ламба неплохой игрок вполне себе. А кину корейцам, особенно тиранам ТВЗ, на Европе сплитится как бы с пингом тяжеловато все-таки. Вот. Прогноз давать. Какой прогноз? Прогноз, что гуру что-то разбушевался. Вот. Выбил мерча. Вот. Ну, его тяжело, конечно, будет одолеть, но Блай не раз гуру выигрывал, и я думаю, что это под силу ему. У меня тут помело из дома принесено. Я его 5 дней хранил, чтобы он лежал, чтобы Машу угостить на окне. Он очень спелый стал. Ладно, не буду жрать пока. Давайте Блая ждать. Он тут сейчас... Придется полностью улупить его. Попозже немножечко. Так, Ламба Шоу Тайм, два немца снизу, корейцев выбили всех, корейцев точно не будет сегодня. Ну, кстати, если Блай одолеет гуру, Шоу Тайм фаворит с Ламбой, я бы Блай Шоу Тайм бы посмотрел, как Блай будет за тех архонов старых мстить. Вот. Так, кстати, погодите, я еще забыл поддержку-то добавить. Не понял я, что там, как у меня тебе нужно, признаться честно, братан. Ты напиши нормально-то, чтобы без косяков. Согласен, Сань, помело прикольное, но если покупаешь, я рекомендую, как бы, ну, дня 3-4, пусть где-нибудь на подоконничке, где батарея полежит, так он вообще ништяк тогда станет, как бы, вот. Такое необычное, цитрусовое, как бы, без кислоты какой-то, ну, без... Ну, как бы воды нет, ну, внутри есть, но чистится так прикольно. Необычное. Ну, ребенку пока мы много не дали. А, Донги Геймхарт это
Короче, на форуме кончается, сейчас я найду. Здорово, Карбо 72. Так, 2 на 2 там тоже есть. 2 на 2 там тоже есть, короче говоря. Вот, и цвета. И 2 на 2, и 1 на 1, в общем-то. Все эти штуки. Блай против Гуру. Поехали, ребят. Наконец-то полуфинальчик начинается. Реально, Блай, он как бы дальше всех доходит обычно. И... Так, наверное, это я психоз тебя так добавлю. Просто я никнейм написал, как бы получается, а то вдруг кто-то левый мне вписался сюда, чтобы некрасиво не было, да, перед тем, кто поддержал. Но я думаю, что навряд ли. Это вранье, ребятки. У Гуру мув пошел, а Блай... Так, Блай 17-я хата, Гаспул. Ну, нагло Гуру действует, я ему скажу... Билд очень опасный. Чем он опасный? Да тем, что сейчас просто прибежит линк в 9-15-16, и Блай очень тяжело будет отбиться от них. Здесь будет поздняя хата, естественно. Не на батарее, а на подоконнике, который над батареей. На батарее не надо ни в коем случае. ИМ готовится с 28 февраля по марта, там 5, по-моему. То есть сначала будет основной турнир уже в марте, но open bracket будут очень интересные там. Вот. Думаю, что можно даже попрорываться, короче, туда будет к пацанам. Так, у Блая полная стенка пошла, Блай видит, что здесь линги бегут. А, погодите, а здесь-то зачем Блай открыл вообще проход, я еще не понимаю. Еще две королевы строятся у Блая. Сейчас Гуру его прогрызет, линга Блая не строит, сейчас странные какие-то действия со стороны Блая сейчас идут. Отменять не успевает почему-то Блая при этом, всем ничего. Ой, королева пробежали к королеве, линги начинают пробревать, королева падает первая, вторая живая пока что. Но у Гуру уже рабочих больше, вот в чем прикол. И он сейчас еще пару дронов сможет забрить, у Блая тоже муф лингом готов. Зато Роуч Уоррен с эволюшеном есть, и Блай 5 дронов делает, парабам в плюсе. Вообще пока что по всем параметрам в плюсе. Этот демон продолжает масить лингов просто сейчас. Blues Life. Какой раз я предпочитаю играть? Я процессом всегда играл. В первый StarCraft и во второй. Но сейчас-то я не тренируюсь особо, поэтому могу и рандомом покатать. Отступает Блай назад, здесь стенка перекрывается полностью.
Рингов у гуру сколько? 24 на 13 баевских. Здесь королева есть, правда, в проходе. Так, отходит Блая назад, зажимается. Гуру решил лоб Блая пробить. Да нет, не вариант, я так думаю, в лоб-то Блая пробить. Пытает зайти, здесь три королевы. Какой же он упертый-то, а этот гуру, блин. 53-43 Блая, у Блая все замечательно. У гуру Лея Роуч Ворон, Блая нужно пушить. А, про это, про Памелу. Ну, батарею не ее, не Памелу, фрукт не надо. На саму батарею, короче. Вот, Лэйр. Так, у Блая третью делает, скриптумор гуру отменяет. Блай сам Лэйр делает, у гуру третий пока нет. Что будет делать гуру сам? Это не будет шпиль, почему, кстати, газа нет? То есть это... А смысл в такой вообще билде, я чуть не понимаю. Блай сразу же на королеву накидывается. Сможет он над тиммилингами сгрызть королеву? Да, смог. Вторую не сможет точно. Дрона сбрить не смог. Гуру тут отвел. Но королеву убил. Уже неплохо. По рабам все еще Блай в плюсе. Так, нидусов никаких нет. Ничего нету. Плюс один нету. У Блай... Вот я просто вот не вкуриваю. Но у тебя... Тебя вынудили по билду Evolution поставить. Ты играешь в роучи в перспективе. Где плюс один вообще? Блай масит роучи в тупую. Зачем? Так, 88, 83, ну посмотрите, блин, просто, ну меня бесит это, ну. Два эволюшна стоит, в них ничего не делается, у гуру делается плюс один, но если Блай проиграет, это будет реально как бы правильно, потому что третья хата не раскачана, ничего не раскачано, грейды не делаются. По роучам близкая ситуация очень сейчас Блая с гуру. Полный бред вообще происходит. Где грейд у Блая вообще? Он мог уже опережать по вот этому, он уже вторую атаку мог делать сейчас. Тогда бы он был бы в гигантском просто плюсе. Просто в гигантском бы Блай был бы в плюсе, если бы он так делал. В итоге Блай, имея преимущество, то есть он не закрепил макро никаким, он не закрепил грейдами, и он собирается идти вперед. То есть у гуру есть реведжеры и грейд, то есть гуру сейчас просто отобьется и Блай ГГ напишет, если так произойдет, конечно. 23, там реведжеры здесь... Лавичан Руш активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Лавкан Раш. Да, гуру сам кто-то вылупился, Блай это видит. Ну тут реведжеры есть. Блай очень опасные игры сейчас играет. У Блай реведжеров нет вообще никаких. То есть и... у нее нет грейда, ё-моё. Фаерболы гуру кидает, Блай заходит внутрь сейчас. Роуч приходит, еще новенький. Пробревает Блай или нет, я не понимаю. Не уверен. Ситуация по лимиту крайне близкая. Королева падает. Блай роучи строит, гуру отбивается. Достаточно легко здесь отбивается. Плюс один есть, у Блая нет, плюс один. Трансфьюзики идут, все замечательно, короче, гуру делает. По рабам в Блая меньше. Ведь ужасно Блай сыграл. А, у Блая уже был плюс один. Значит, плюс два надо было, да. Я зря тогда так орал, конечно, вообще. Плюс два надо было Блая, конечно, бы делать. Вот, и... просто рабочих добавить. Смотрите, рабочих у Блая нет. То есть он проиграл игру, он сам эту игру отдал. Он сам отдал эту игру. То есть, имея преимущество, он зачем-то куда-то лезть собирался. Но если лезть, нужно по грейдам в плюс выходить, по всем параметрам. Это, конечно, еще не ГГ, но атака была абсолютно печальная, не спланированная у Блая. То есть, гуру... сидел и ничего не делал даже для того, чтобы отбиться. Он просто строил роучи. Все.
Так, пошел Лерди. Ой, четвертая хата убла. И шпиль. Ну, вот сейчас из-за шпиля Блай просаживается по боевому. Я не знаю, успеет ли доделаться шпиль. У Блая подземный мув. Вот это сейчас будет ключевым моментом. Почему? Потому что если Блай не сможет... Если Блай не сможет сейчас... задержать Гуру, то это проигрыш для него будет автоматически. Конечно, Гуру придет, убьет. А, ну здесь уверсиров, ё-моё, здесь уверсиров миллион. Блай видит прекрасно, где Гуру уверсир летает. Нужно обойти сейчас, вот здесь вот Гуру и стоит. То есть, для чего он так стоит, чтобы отсюда Блай не проползти, а оттуда. Блай нужно вот здесь вот тусоваться. Как только Гуру ломанется вперед, Блаю самому нужно будет просто... Так, Блай 13 роущий делать. Нет, роущий это хорошо... Но, а шпиль-то как применить вообще сейчас? Ай-яй-яй, уверсир чудом вообще на 2 хп уж. Блай везет, даже может на одном, потому что 2 хп может быть отрегенилось уже даже. Так, камни Блай пробил, заползать будет удачно. 6 муталисков у Блая делается, у Гуру больше лимита, но у Блая это 4-я плюс мутка, то есть у Блая все замечательно здесь. Так, вылетает мутка. Шесть роучи заползают на дальнюю базу Блая. Блая сейчас роучи, я имею в виду. Гуру идет. Погоди, куда Гуру идет? Гуру пока никуда не идет. У Блая еще сейчас мутка заказана. Дронов напробревал Блай нормально Гуру. Сейчас роучами пытается уползти. Здесь уверсир, никуда роучи не денутся от Гуру сейчас, к сожалению. Так, там 3 инфеста, что 4-ю Гуру делает. Здесь надо заползти, 4-ю отменить. Так, 12 муталисков это уже больше, конечно. Так. Приходят реводжеры сюда. Надо шатать стараться Блаю. Блай старается, Блай шатает. Что тут и говорить. Грейды нужно продолжать делать. Муталисков лучше вот так вот на мубе не сливать. Спорка готова, Блай улетел. Это правильное решение. Здесь роучи какой-то в тыл поперли. Так, а, Блай решил здесь... Кстати, камни Гуру не контролят, смотрите. Ничем не видит. Сейчас овером только спалил. Мутки все больше и больше. 17 муталисков у Блая. А как тут Микозу-то он готов вообще, не? Запас ресурсов больше у Блая. Это очевидный момент. Так, крип выбивает. Здесь роучи продалбливают проход. Если сейчас Блай будет пойман... Ох, Микоза нет. Смотрите, Блай одного инфестора сбрил и увернулся сейчас от Микоза. Приходят роучи, реводжеры вперед сейчас. На короле Блай наламывается. От Микозов нужно увернуться просто... Да мутку сплетануть, там 3 королевы, 4 или сколько там их? Королев-то. 4 королевы, это смех вообще. Просто сплетануться, королев убить и принять, наверное. Так, здесь роучи заползают на спорку, Блай вообще не контролит ни хрена. На мейн пополз, 4-мя назад, спорок у Гуру миллион по всем направлениям вообще сейчас. Блай делает гидроден, фаерболы на газ падают, Блай сбривает газ. Сбривает роуча, отходит назад. Под Микозом драться Блай собирается. Точнее, не то, что собирается. Блай, куда ты на спорке-то поломился, ё-моё. Тут Блай сам наотдавался, к сожалению. Королева сейчас упадет. Энергии много, надо помогать просто своим там драться юнитам и все. Запас у Блая значительно больше. Мутка прилетает. На мутку нужно, посмотрите. Ну, если столько муталисков. Хотя плюс один у Блая есть. Вот. Версиров Блай, Гуру Блай минуснул. Блай Гуру, точнее, минуснул. Фу, наоборот, Гуру Блай, да, все правильно. Реводжерами. Ну, Гуру на 3 базах сидит, у Блая 4. Ну, что-то 4, это тут смешно добывается вообще.
Хайф пошел, да, можно было бы дита. Гидры добавляют Блай. Здесь не гидра. Вот как раз в этой ситуации люра очень сильно нужна Блаю, как мне кажется. Почему? Потому что здесь микс к люре вообще неустойчивый. То есть роучи рейвенджеры, если их заставить лоб с люрой драться, они будут развалены в хлам. Что самое интересное, гуру, который бомжует на трибах, сидит, продолжая делать грейды, делает арморы, уже второй. А Блай только сейчас первый. Вот Блаю просто, я не знаю, за столько времени уже мог бы он научиться, имея преимущество. Ладно, когда там Блаю улынос какие-то делает, прессинги там, да. Да и любой, кто бы так делает, там грейды вообще не варик делает. Но когда такая гигантская преимущество сейчас у Блая, я не понимаю, что он тупит-то, блин, грейды не делает. Так, здесь роучами заходит Блай. Несколько инфесторов заминусовал сейчас. Пытается еще минуснуть, но только армию слил пока что Блай. В это время сверху битва на роучах идет. Нужно Блаю что-то, я не знаю. А мутков туканит. Ну вот эти, если ты такую тему делаешь, надо всегда синхронизировать атаку. Ведь у Блая есть мультитаск. Блай же не лунтик, ё-моё. В этом плане. Не то, что не лунтик. Он же не Кинг Кобра, который фуфан играет со 100 АПМ. И то, ё-моё, играет там на уровне с Мината в армаду просто. Как бы. Понятное дело. Блай должен... мультитаск иметь. Причем Кобра тоже имеет мультитаск его. Так, минус четвертый опять. Блая меньше лимита. Блин, ну что за ошибки ужасные такие у Блая были. Так, гидры все больше и больше. Люры у Блая нет. Гидра у Блая будет вообще нет. Реводжеры есть у Блая. Хайф у Блая делается. 16 муталисков сейчас они могут... Если гуру заставит Блая драться в лоб, они могут стать для Блая только наоборот лишним лимитом вообще. Так, здесь ченджинги блаевские подохли. А нет, это ченджинги гуровские подохли. Так, на четвертую все-таки гуру собирается выйти. Ченджинг есть. Гуру убивает его, Блай в тыл залетает. Но у гуру везде дофига спорок. Вот разве что оверов здесь можно пошатать очень неплохо. Гуру Блаю. Так, королева стоит, смотрите. Так, одна королева минус. Так, гидралиска Блай парочку минусует, тройку. Овер с Мум уже здесь в тылу. Нужно предельно внимательным Блай быть. Если сейчас он на Мекос попадет, то это печаль, беда сразу же. Пятую Блай занял, причем это золото, оно добывается. Блаю сейчас нужно играть, шатать без потерь. Почему? Потому что ему нужно запас по ресурсам накопить очень хороший. И тогда будет у него все замечательно. Здесь заползают роучи в очередной раз. Причем в этот раз у гуру ни хрена не прикрыто сзади. Блай видит, что гуру выход делает и позицию не занимает, Блай стоит. Что он стоит-то, я не пойму. Кстати, гуру здесь гигантский лимит просто. И так, здесь выкапываться надо Блаю. Начинать харас. Он это делает, начинается харас, рабочий под ударом у гуру. Гуру пытается вернуться. Королев Блай здесь поймал. Королев Блай зашатал. Королев не остается у гуру практически. Королевы важный юнит. Трансьюзы на такой стадии тоже нужны вообще-то. Так, пацаны, на Твиче лагает у всех, кто с Гудгейма стримит, короче. Поэтому в описании канала это рестрим у меня основной Player GG. Переходите на Гудгейм, кто на Твиче сидит, там в описании канала есть. Он лагать не будет, скорее всего, если вы в России живете. 9 карапторов, а шпиль Greater Spire есть? Есть уже Greater Spire. Не, ну все, Блай делает, если Брудо Блай, то у него все просто прекрасно. Я это стопудово непонятно становится. 6 Брудлордов делается, вот еще 2. 8, газа не хватает, что-то Блай очень сильно. Здесь Блай оплетки делаются на дальней базе. 3 штучки, чтобы хараса меньше было. Но пока в макро Блай четко достаточно отыгрывает. Нужно забирать первую игру, обязательно нужно ее забирать. Иначе печаль. Если Блай не сберет, тут Уверсир прилетает. Ну, мутку не обязательно сливать сейчас. Мутка, в принципе, может помочь. Причем Блай 1-1 воздух есть. Желательно бы продолжать грейдики штамповать. Там вторую атаку делать.
Броню вторую делать. Ну, броню не так важно, как атаку. У брудов дэмэдж хороший, 22. То есть по 2 дэмэджа дается за агрейд, естественно. Так, здесь роучи проползают на 9 часов. Блайд делает выход. Гидры реведжеров просто немерено. Если микозом сейчас поймать, ну, Блайд спалился на крипе. Потому что вот сюда в угол все пришли. Нет бы встал здесь, нормально. Так, там отвлекают роучи. Бруды летят вперед. Я не знаю, если Блайд сольется здесь, это будет как-то нелепо. Но я уверен, что Блайд здесь не сольется никак. Не должен он слиться, потому что у него есть и микоз, и гидры много, и роучи, и реведжеров. И третья атака рейнджовая есть у гуру. 2-2 пока что. Фаербулы пошли. Куда фаербулы? Там от Блая падают. Фаербулы по гидралам прилетают. Бруды летят вперед. Блай попадает в микос. Умудряется брудов подставить под гидралисков. Армию слил в мясо свое вообще сейчас. Гуру что-то закапывается, выкапывает. Что гуру делает вообще? Не понимаю. Инфестед Тиранов гуру запиливает просто немерено. Брудов Блая нужно отвести сейчас от инфестед Тиранов. Реваджеры отступают. Роучи отступают. Ну 25 роучи у Блая сейчас заказано. Гидра, так, гидры недостаточно у гуру, это явно. Мутка стоит. Приведи Блаймуту-то в атаку. Что ж ты делаешь? Гуру бомбит, покидает матч вообще. Так, хост пока не создается чудо. Так, а что там второй-то полуфинал? Еще пока идет, судя по всему, и второй полуфинал. Мутку опасно было брать слишком много инфесторов. Хорошо, эксперт. Какое опасно, там уже конец боя был. Там мута бы как раз идеально бы зашла, просто была ее забыл. Вот. Но ничего не поделалось. Опять гуру пул первый, между прочим, играет. Блай хату собирает ставить. А вот на этой-то карте, блин, против собак блочится еще тяжелее. То есть 4 здания надо. 2 здесь и 2 здесь, чтобы заблочиться.
Если собаки прибегут сюда, я здесь заблочено, они бегут вот так вот тогда. Посмотрим в итоге, что выйдет. То же самое гуру абсолютно играет, что и в предыдущей карте. Успешно создана. Так, ну что тут опять гуру прибегает, у блайлинги делаются, королева делается, спускается с мейна, инъекция кинута, блай с дронами пытается отбиться, извините на секунду, буквально я отвлекся, а тут уже самое развитие событий. Гуру выбегает лингами вперед, если блай сейчас продолжит масить спокойно лингов и перемасит гуру, то тогда он сможет контратаковать очень и очень неплохо. Великолепно ставят две королевы в направлении спуска. Так. Большинство своих ошибок Блая так знает. Ну а вообще ему про ошибки бесполезно писать, потому что у Блая иногда, по его мнению, нет ошибок вообще в принципе. Вот, 14 лингов Блая еще строит. Сейчас уже мув будет готов. Блай, куда ты побежал-то? Лингов меньше, ё-моё. Отведи королев. Блай принимает бой с тремя королевами. Гуру заходит. Просто наводит. Ну нахера палить Балентнест вообще? Надо лингов не упустить гуру отсюда. Блай, самое главное, что ему нужно сделать. Так, оббегая с другой стороны. Принимает все в мясо здесь. 10 лингов гуру делает. Блай контрпуш собирается сделать сейчас. И боюсь, что для гуру надо оббегать только через верх. Блай обязательно не в лоб пушить вот сюда вот на королев, а через верх оббежать попытаться. Вообще, как бы шанс... Ну, Блай решил, что надо почему-то вот сюда. Хотя он сможет, смотрите, он сможет королев сгрызть, потому что линги их никак не прикрывают. Сейчас только линги вступают в битву. Ну, так вот очень невыгодно Блаю драться, это очевидный, да, момент. Два Беллинга сейчас будут готовы. Блай убивает все здесь. Четыре королевы у гуру в общей сложности. Он сзади там, кстати говоря, ими встал. Бейлинг на муви слит. Короче, Блая надо дронов делать. Здесь вообще нет смысла врываться сюда. Очень четко гуру здесь отбивается, он должен сказать. Что Блая делает с этими собаками, я понятия не имею сейчас. Сейчас еще пару лингов прибежало. Здесь линги размеются. Но у Блая третья хата, у Блая 33 дрона. У него все равно все хорошо сейчас. У гуру делается роуч вор. У него рабов вообще нет практически. Сейчас тут 7 дронов еще гуру пилит, конечно. Ну, а как они... Так. А... Блай сегодня в ударе. Гуру, конечно, добил рабочего, потому что королева была сзади где-то. Но Блай в плане контроля сегодня, смотрю, прям вот он... Бывают дни, когда ты... У тебя прет, как бы, реально. Вот я это говорю, и Блай долго направляет дронов. Но это, конечно же, эффект мой вот этот вот. Обратный эффект срабатывает, это понятное дело. Вот, забегает Блай опять собачками. Через рампу можно на мейн забежать сейчас. Гуру, Блай видит лейер. Самое главное, что он здесь получает, так это информацию, плюс еще дрончика одного уже минуснул с минералов. Так, спускаться вниз Блаю нет смысла сейчас. Беллингов морфить тоже как-то нагловато, гуру не тупой настолько, чтобы как бы так вот было все.
видит гуру беллингов. Два беллинга не докатится, слишком много королев, не вижу смысла. Была бы лучше бы через атаку, еще по одного дрона стопудово по четырьмя лингами мог бы забрать. Так, доморфили беллинги, гоблы попёрся. Чё нахер просто, вот нафиг 50-50 тратить вообще, не понимаю. Взял, потратил, Блай 50-50. Ну, 51 дрон на 41, третья хата есть уже, у Блая доделывается лейер, у Блая больше лимита, у Гуру нету третьей базы, у Блая мув и атака ренжовая пошли сейчас. А нет, это у Гуру пошли, я извиняюсь. У Блая атака ренжовая, но у Блая тоже готов лейер, и он тоже мув сейчас может закатить, просто газа немножечко не хватает. Кстати, вот газ на второй, так что-то два дрона все добывает. На мэйне начал добывать отлично, мув роучем заказан. 600 минералов, 5 оверов Блай на эти минералы заказывают. Саплай блока не будет, Блай впереди будет по лимиту, это стопудово. Здесь третий хат только заказано. Но должно быть 2-0 для Блая вообще. Здесь, по идее, он не должен упускать эту игру, опять же, но всякое может быть, сами понимаете, короче. Так, обновлю сетку пока. Шоутайм Ламбу убил. Если Блай победит, нас очень крутой матч ждет Блай Шоутайм в финале. Шоутайм прошелся по сетке себе достаточно легко. Ламбу пробрил. Не последним сейчас. Ну и всех остальных тоже. Гуру строит 8 дронов. 52, 3, 4 по рабам. Блай тоже строит дрон. Если Блай затянет тут вот сейчас, то... Блин, как-то Гуру, как вот он умудряется? Так, Хале, как-то я не знаю, из такой ситуации, кажущейся безнадежной практически, умудряется Гуру еще как-то в плюс выходить здесь. Блая, газ не добывается, но Блая строй сейчас по лимиту плюса, рабочих больше как бы. Так, чейнджинга Блая минуснул, но и уверсирован тоже минуснет, безусловно, Гуру сейчас. Гуру сейчас саплай блоки, а у Блая на те минералы, в которых он имел преимущество, у него сейчас оверов просто выше крыши заказано было до этого 5, вы помните. И в итоге, смотрите, у Блая насколько лимита больше. Все, Блая выдвигается вперед, четвертую хату одновременно занимая. Мув роучем готов, ну как-то я не знаю, вот через это направление есть ли смысл вообще атаковать. У Гуру плюс 2 сразу же заказано, у Гуру инфестор заказан. Ну у Блая преимущество по лимиту, серьезно очень. Подходит Блай, 117, ну как серьезно. Сейчас до заказа 8 лимита плюс боевого у Блая по сравнению с Гуру, но у Гуру часть-то в дозаказе лимита. Это очевидно, да, как бы. Камни Блая пробивать, я думаю, Блая не надо даже в лоб ломиться, он не будет, у него шпиль делается, смотрите. Всему надо накопить сейчас ресов, заказать мутку просто, и все будет нормально у него в перспективе. Всему Блай плюс 2 в этот раз не втыкает, молодец, кстати говоря. Камни пробил, ну туда врываться не вижу смысла никакого, нужно отступить даже Блай, наверное, сейчас. Шпиль будет готов через 20 секунд, меньше даже, чем через 20, уже через 15 там был он должен готов. 9-8 секунды шпиля, и в заказе может быть 8 где-то муталисков сейчас у Блая, даже может быть больше. Но Блай делает что? Блай делает грейды, там закопку. Я не понял, почему Блай не делает мутку-то? Нет, закопку подземную муф, это важные грейды, а мута-то чего? Зачем шпиль-то вообще делать тогда было? Блаю, не пойму. Так, здесь есть инфестор. У него есть смекос уже, Блай, куда ты там ломишься-то? Ну, сейчас полроуча отдать можно вообще вот так вот на одном микозе. Просто кидает Гуру микос и всеми вплотную подходит. Там очень много дэмэджа нанесет сразу Гуру своим врывом. Блай впереди, в принципе. Четвертая хатка пораньше. Инфестейшн пошел, то есть уже он сможет сейчас хайв делать. В этот раз Блай более четко билд исполняет. В той игре там было шаталити непонятное какое-то вообще. Так, минус криптумор. Блай что-то пытается тут бегать сразу шатать. Запас ресурсов больше у Блая. Сейчас, чем у Гуру, полетает мутка. Четвертую Блай отменит стопудово. Так, здесь есть микус, здесь есть королева. Вторая атака у Блая доделывается. Хайв заказал. Ну, будет Greater Spire, это очевидно, да, как бы сейчас. Здесь Гуру с порками разносит сейчас по разному направлениям сейчас. То есть он собирается...
обороняться. Опять ситуация складывается в прошлой игре вообще. То есть он гуру держит Блай на трех базах, сам на четырех, пытается выйти в хайвовые технологии. Одновременно делая еще реваджеров. Очень четко контролит, отступает, не дает забрать. Симуталиски контролит здесь. У гуру хайв пошел. А гуру зачем хайв? Я не знаю, зачем гуру здесь хайв нужен. Так, Блай отдает часть проще реваджеров. Там вот здесь муткой нужно помогать в таких ситуациях. Конечно, здесь реваджеры вперед пошли. Вот, на халяву их можно убивать. Так, здесь Блай отступает. Пытается гуру отогнать. Муталиски стабилизирует ситуацию. Блая меньше, лимит намного остается. Мутка, мутка инфестора надо бомбить. Конечно, смотрите, какой демеджен ты весь. Ё-моё, инфестор еле-еле ушел. Весь в мясо демеджен. Но он Блай энергию всю выманил у гуру. Это важно, очень важно сейчас. Инфестор Блай выцепляй. Где там эти инфесторы? Так, шпиль, Грейтер Спайр пошел, Гидра Дэн у Блая, милишные игры. Какие муталиски-то? Закажи караптеров, 6 штук, ё-моё. Хотя шпиль делается 70 секунд, и караптеры быстрее, чуть позже можно заказать их, да, как бы нагнать. Но лимит-то надо высвободить под караптеров. Я не понимаю, почему Блай уже... Гуру сидит сейчас, видно, что гуру ну никак не сможет физически никуда выйти. Почему Блай не хочет сейчас прям входить в... этих брудов, он оттягивает сейчас вот это все, выход. Так, почему милишные грейды делает, ну это понятно, для брудлингов, для брудов все делается, как бы. Так, здесь роучи сюда ползают, туда-сюда, куда роучи-то ползут? Что-то ползал, да, и приполз не пойми куда. Гуру забегай никуда делает, нелепо сейчас. Муталиски здесь летают. Гуру 3-2 грейды, здесь роучи выкапывают. Здесь мекости, здесь есть спорка. Получается, спорку надо минуснуть, спорку Блай не минусует. Короче, отдал лимиты, сейчас 8 караптеров Блай делает, там от гуру забегание интересно идет. Блай готов его встретить до забегания. Гуру развернулся, ушел. Мутка продолжает шатать. Хороший мультитаск Блай демонстрирует сейчас. Вот в этой игре, то есть вроде как... Оп, Микос, у ворот. 8 караптеров сейчас будут готовы. Надо сразу же брудов пилить, Блай. 200 лимита. Блять. Гуру идет вперед, ну что мешало, сейчас плетки есть, все есть, то есть время есть, то есть брудов надо было пилить сразу сейчас. Блай что-то тянет. Да хата, понятно, что он убьет эту хату уже, здесь ничего не поделаешь. Так, здесь гуру заходит на дальнюю базу, здесь плеточки выигрывают для Блая время. 3 брудроларда Блай запиливает сейчас. Реваджеры куда-то там танкуют выше. Зачем они вперед-то лезут? Блай не может местами юнита своих поменять. Что за чушь вообще происходит? Фаербулы рабочих накрывает, гуру пытается наламываться. Блай принимает бой. 7 брудов уже у Блая заказано. Фаербулы по гуру попадают. Замечательно. 4-ю гуру сбреет, скорее всего. Но бруды в ответку сейчас просто пойдут. Но нужно брудам поддержка сейчас. Да, вот роучи заказано. Реведжеры заказаны у Блая. Фаербулы падают. Сейчас ни по кому не падают. Первых 3 бруда вперед идут у Блайчика. Фаербулами там что-то по своим было, они попадают. Бруды начинают бомбить, гуру пытается зайти. Куда ты на брудов-то полез, Вась? Иди домой. 2-4 гидра... Ёма, 2-4 гидралиска, это опасно, кстати. Так, здесь гидралиска, 3 штучки есть, муталиска приходит, отдается. Бруды сзади летят, Блая бы здесь не муталисков, а уверсира бы сюда привезти, чтобы помекозников забрать, инфесторов забрать нечем. Блая 4-ю восстанавливает, вот он... Вот стоит уверсир, Блай сейчас на халяву инфестора заберет. Отлично, гуру сам заполз на Блай юнитов. Бруды летят вперед. Вайперы у гуру строятся для притягивания, естественно, брудлордов. Блай роучи демеджные. Закопай ты, красный, ё-моё. А, вот он реваджеров делал. Ну, кстати, реваджеры плюс бруды с брудлингами, это замечательный микс. С одного направления, я уверен, гидра не сможет у гуру нормально отбиться. У Блая запас побольше. Блай восстанавливает 2, сразу же хаты восстанавливает. Вот отсюда главное, чтобы гуру не ворвался, потому что бруды здесь оголенных фланг получается. Есть вайперов, 2 штучки. Так, фаербулы, куда там от Блая фаербулы? Брудлорд притянут на спорку, но спорка не смогла этого брудлорда убить. Блай в абсолютный плюс здесь разменивается, 4-ю гуру забирает. Фаербулы падают, брудлорда гуру еще одного притягивает. Сразу же, конечно, убивает, но посмотрите, здесь сколько Блая идет вперед. Плюс бруды сзади выдавливают, это минус гуру. Хорош, Блай сегодня ждет. Фаербулы тушат, просто распальтушил нахрен, короче, Блая этого пса. БМчика этого старого, доброго. Но, может быть, гуру одумался уже. Ну, он одумался, он уже хрень секунд не пишет в батлнете, но...
Бомбит-то у него подбамбливает, я вижу, смотрите, как без ГГНчика выходит. Ну что, Блай Шоу Тайм, финал. Блай Шоу Тайм, сейчас финал. Шоу Тайм очень непростой оппонент, несмотря на то, что Блай хорошо играет, ему будет очень тяжело, ребят. Но я сейчас напилю вам название, перепилю. Так, 19:00 время у нас. 19:05 поставим на начало. Шпанунсик пришел. А вы, ребят, помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал. Кому нравятся мои стримы, отключайте отблоки, подписывайтесь на премиума. Сейчас стрим из игры, качество будет крутое. На следующей неделе от Варди ивент начинается с 4 группами, где бьются, короче, корейцы будут биться, будет очень интересно. Тоже будет из игры, как бы будет круто. В конце месяца там и ем готовиться будет. Еще много всего будет, ребят. Не пропускайте. Так, да нет, хвалю-то за эти игры, за следующие Вакабла я не хвалю.
Так. Так, ну я к Варде сам могу прыгнуть, если что. Да, все, отлично, короче, поехали, финал начинается. Ну что же, пришел, вот реально, не собирался, кроме GoFSK, особо ничего сегодня стримить, и не буду, как бы, пришел, и Блай порадовался сегодня, вот так бы всегда бы, как бы. А то бывает весь день сидишь, стримишь, все там 12 часов, и хрен кто порадует, блин. Финал это уже круто, как бы, но, к сожалению, если раньше финал это было... Ну, Блай уже пятихатку заработал, как бы. 500 рублей, ни с чем не уйдет. Можно прийти похавать еды, например, в кафехе, я не знаю. Короче, суть не в этом. Раньше было на GoFSK больше призовых, как бы, их урезали с недавнего времени. На финалах месяца стало меньше приз, 600, не 600 евро, а 300. И на не 150, а 100 на воскресном GoFSK. То есть раньше было 101, 52, а сейчас просто 101, короче говоря. Поехали, ребята. Что очень сильный прям оппонент у Блая. Шоу-тайм, карта гигантская сейчас. Арена чести у нас тут. Ну, посмотрим, как власть с шоу-таймом сыграет. Свит, привет, привет всем. Поставил хату на Блая. Коробку-то приготовил, я надеюсь. Какую-нибудь себе уже утепленную. Зима все-таки. Так, ну у шоу-тайма Nexus 1 стоит отметить, 17-й Nexus. Вот он заказан, карта слишком гигантская, да, чтобы не заказать Nexus, я бы сказал. Блочит Блая третью, но вот на этой карте вообще пофиг. Вот сюда едешь просто и ставишь третью. И реально, как бы, между Ксилнага они все рядом, здесь четвертую, все это макро-карта, как бы. Даже здесь даже безопаснее третью вот такими респами ставить. Почему? Потому что если тирана просто какие-то грелки, либо харас призмой будет, ему проще вот сюда будет лететь гораздо быстрее и улетать назад. То есть это уже проще на более поздней стадии занимать. Левухи что-то квакают везде. Второй газ шутка начинает добывать. Кибернетчика поперла. Блай видит, где живет его оппонент.
Так, два линга за пробкой, два к шоу-тайму поперли сейчас. Странно было тут овера, признаться честно, повесил. Если сталкера он закажет шоу-тайм. У Блая Беллинг-Нест делается. Опа, Беллинг-Баст от Блая, ничего себе. Спешл тактикс. Попер. Так, ну, кстати, может зайти, учитывая, что он такой ранний, этот Беллинг-Баст. Может и прокатить. Так, пробочку Блая упустит? Упустит, да. Если бы сейчас поляне не начали регениться, может что-то из этого бы и вышло положительное. Ну так, поля начали регениться, ничего положительного из этого не вышло. Длингов надо увести. Зачем Блай сливает-то их столько? Ну, 4 слил, зато других не спалил, получается, да? Через 3 секунды будет уже мув. Опа, эти на муви уходят, пацаны. Здесь 5 бейлингов делает, третий Нексус с шоу-таймом, Азеркор, правда, рядом летает и... Блин, таких... Где-то далеко была слишком бейлингов, по-моему, делает. Так, адеп приходит на Ксилнагу, и шоу-тайм видит Блая Беллинг-Баст, сейчас прекрасно видит. Так, нужно лингами заходить на рампу, туда дальше, скорее, Блай, иди вперед. Так, здесь шоу-тайм блочит все, но варп будет сбит, пилон уничтожен, Блай заходит сюда. Нужно гейты пытаться пробревать. Блин, ой, Беллинга будет. У Беллинга шоу-тайм убьет. Но здесь гейты падают очень-очень быстро. Шанс продавить есть, безусловно. Здесь можно будет пройти. Сейчас мы... Оп, хорош, Блай. Неужели победа? Заходит сюда. Очень похоже на 1-0, на самом деле, здесь ситуация для Блайщика. Еще 5 бейнов он делает прямо в тылу у шоу-тайма. Здесь еще 3 бейна заходят, но они ничего сделать не могут абсолютно. Шоу-тайм притается пробками подраться. Это 1-0 Блай. Блай красавчик. Спешл тактикс. Блай заходит. Спешл тактикс под названием в тупую Беллинг-Баст двухбазовая без раскачки второй базы. Короче, то, что еще делали в Бетке Волоп, получается. Ну, не так четко, понятное дело. Хорош, Блай, молодец, уже не в сухую. Если Блай шоу-таймов тащит, это, конечно, будет выстрел вообще полностью. Красавский. Так, вторая игра, поехали, ребят. Ну что, ребят, пилончик на второй базе, пошел гейт,
В этот раз не хочет Нексус первый шоу-тайм ставить, особенно после предыдущей игры, да и на этой карте как-то, да, хз. А у Блая что, три хаты пул, что ли? Еще пока... А нет, хата пошла, все нормально. Так, газ пул заказывается. Здесь гейт газ Нексус кибернетчика, соответственно, стандартный тоже ушел в таймобил. Так, с кибернетчикой. А, ну успел собрать рабочие минералы. Так, ДВТ демон. Пока коплю деньги, 113 рублей, на них ничего не купишь, никакого проца. Вот. Плюс там мне должны, как бы, там мамина знакомая, как бы, денег. Вот. Ну, надеюсь, что как-то до весны там с этим долгом решится. Я там, как бы, может, закрою вообще сбор. Вот. И что-нибудь буду думать. Потому что там от AMD что-то должно выйти, короче. Как будет уже у меня хотя бы рублей 50 на эти цели. Я уже буду думать тогда, как бы, а пока что-то даже я не собираюсь запариваться даже. Вот. Плюс AMD-шник раз, да, выйдет этот и... ну, там, либо, как бы, посмотрим, что там они будут, и посмотрим, может, другие по цене спадут, и Intel. Здорово, и тех, ну да, Блай аккаунт просто ГМЛ-ный, ушел тайм, а нет, здесь пилон, ну, ничего мешает Блая просто сейчас пойти и здесь запилить. 10 лингов. Что, еще один Беллингбас, что ли, я чуть не понимаю. Немного собак-то будет, не? Здесь стенка еще не закрыта, может, Блай хочет... А, ну нет, это перестраховочная, 12 линга просто у Блая будет сейчас, и все, как бы, то есть он будет... Он будет просто адептов встречать, и все будет встречать сейчас. Так, еще 10 лингов у Evolution, это, значит, передроп будет на мейн, все так это сгрызали, тебя от Блая поперло сейчас. Ну, 2 адепта, давай сейчас на 2 адептов отдаемся, блин. Будет шоу-тайм телепортироваться? Нет, не телепортируется вперед, против Блая не рискует. Вот. Ну а вы, конечно же, можете поддерживать меня, мой канал, на проц в том числе. По реквизитам описания через плеер, естественно. Отключать от блоки. И на премиум подписываться. Так, ну здесь шоу-тайм палит, все прекрасно, да, что происходит. Блай загружает лингов. В это время шоу-тайм не видит, как Блай заходит сверху. На вторую базу. Ну, здесь есть оракул у шоу-тайма. Линги по всем направлениям просто начинают вылезать. Ну, на второй базе что-то с адептом как-то изи там отбивается, Блай. 4 пробки убил. Ну, нет, это вообще неудачно. То есть сейчас Блай затупил сейчас. Видит же оракула прекрасно. Что мешало Блаю сейчас отсюда лингов отвести назад просто... Этими первыми 6, там, 8 забежать сюда на мейн. Ну, то есть, сплетануть максимально жестко, как бы, оппонента. Ну, Блай этого не сделал, это ошибка. Так, пытается выпилить пилон на второй базе, гейты отключить. И ведь выпиливает же Блай этот пилон. Но 2 линга остается, это очень мало. И Блай продолжает улынить здесь, как вы видите. Нужно пилон выпиливать со стороны второй базы сейчас. Можно передропнуться на мейн еще раз овером. Но здесь 3 адепта есть, и 3 адепта напрягают очень жестко. Блай захватывает. Да гейт же был проход, Блай как затупил. Сейчас мог сразу пробежать. Какая ошибка от Блая. Если бы сюда пробежал, плюс дроп в тыл сейчас лингов, может быть, что-то и получилось. Но похоже, не получится. Ну, Блай, короче, понятно, постройка Блая сейчас и игру улын, что ли, играть. Да нет, не вариант, как шоу-таймом действовать. Надо одну игру хотя бы... Самая стандартная макро, короче говоря, играть.
Нет, здесь печально все. Ула еще 12. Продолжает масить. Сейчас два оракула прилетят. Это 1-1. Это сколько дняк вообще. Расклад здесь такой. Вот. Здесь никак вообще уже. Спорки нету, да, куда там? Здесь блавящий каждый дрон на вес золота. Если шоу-тайм просто унижает дронов. На вторую базу полетело. Здесь спорки даже нету. Оу, не, братаны, ребята, братаны. Так, оракул еле живой. 11.44. Да не, не, все, ГГ, смело писать. Здесь уже печаль. Тем более без байдинга. Пытался бы я потом. Вот здесь вот с гейтом, кстати, пилон не влучил. Да-да-да, можно было пытаться бы забежать, но он сразу не понял, что там стенки нету цельной, да, как бы он не забежал никуда. Это была его ошибка. Это единственный шанс, наверное, был после начала. И вначале неправильно бы я абсолютно действовал. То есть, я говорю, самое мог он что нормальное придумать, это смотреть. Кстати, вот там овер висел над двумя адептами, можно было сделать что? Когда он подбежал к рампе, получается, да, и начал рампу грызть, там оракул адепт начал выжигать, этими лингами чуть назад отступить, теми, которые дропнулись, забежать сразу на мейн к двум адептам, и сразу им на голову дропать еще 100 овера. В итоге мы получаем 16 лингов, 16 лингов над адептами, понятно, часть из них погибла бы. Адептов бы Блай убил стопудово, и тогда бы он смог бы оставить группу лингов на мейне около минеральной линии, который бы постоянно бы харасил, а дотеканием бы уже пытаться стенку шатать, передропывать опять туда, но это тяжело, конечно, продумывать все. Так, цвета игроков не я ставлю. Если игроки поставят, то будет цвета. Блай синий поставил, нормально все. Так, ну что, Б5, счет 1-1, Блайт вторую на третий ставит, шоу-тайм ему тут подблочил на второй. Шоу-тайм пытается найти, где же у Блая хата, прокси. Прокси хата может быть. А, шоу-тайм сразу вышел прокси проверять. Ну, понял, что Блайт все-таки на второй, на третий ставит хату. С Блаем, конечно, шоу-тайм, он это хороший очень игрок, он, понятное дело, что он не будет врубать, как корейцы, лунтика некоторые, то есть... Зная Блая, играть стандартно, как бы. Конечно, если ты не видишь хаты у него разведывал, проверь, где что происходит. Может быть, там где-то прокси. Так, здесь стеночка каким образом делается? Здесь кибернетка с камнями и пилоном. Образуется стенка плотная. Гейт, здесь еще один пилон, проход вот.
Ну, это самый, наверное, да, адекватный вариант стенки на этой карте, как бы, потому что строить здесь отдельную стенку, это бессмысленно. А так, одна на все, как бы. Камни жирные, их тяжело пробить. Двадцать-двадцать три, пора вам. Пацаны, кто на Твиче, переходите на Good Game. Твич сегодня, ну, плохо работает с Good Game, рестрима как бы очень. Все на это жалуются. Почему, я без понятия. Королева создана. Королева успешно создана. Ну вот тут Блая начинаются уже проблемы, короче, приходит шоу-тайм, адептом дрона минусует, одного строят сараку. На первом адепте сразу дронов терять не очень хороший расклад, сами понимаете. Сейчас еще адепты здесь дронов подшатают. А нет, смотрите. Ну если Блая окружила адепта, может быть... Так, второй дрон минус. Печаль какая-то происходит вообще. Вот недостаточно лингов просто, когда ты вначале имеешь. Вот так вот и происходит. Сейчас адепты на третий здесь устроят вообще... сладкую жизнь, Блая. Это очень много рабов будет минус. Блая не пытается даже рабов отвести. Как, блядь, просто. Не окружает, не отводит, ничего не делает. 7 дру. Не, это ГГ. Это 2-1, ребят, против шоу-тайма. Такое начало, это забейте вообще. Ну, 4 линга под адепта подстрой ты, и все просто. 4 мя уже его отгоняешь. Лучше 6, как бы, надежнее будет. До мува дожить просто нужно было, и все было. До мува дожил, когда уже все, дэмэдж критически получен. Так бы рабов было ровень, вровень, сейчас и Блай за счет третий вперед бы выходил. В итоге у шоу-тайма третий, Блая не напрягать нечем вообще третью, ни рабочих нормального количества нету. Стац просто не лунтик, кореец. Есть корейцы, которые, зная Блая, все равно с ним стандартный. Вот смотрите, потери. Королеву выжег на третьей базе. Строится грелочка. Собраться нужно Блая просто сейчас. Овер минус, короче. Блин, вообще печаль полная. Смотрите на потери, блин. На одного адепта разменено столько всего. 125 на 800. Это забейте называется. Еще минус овер. Что-то Твичка всегда плохо работает. Как всегда, в чатике лунтики всякие пишут всякую ахинею. Вот, вот это как всегда бывает такое. Вот. А Твич работает всегда хорошо. Вот. И сегодня у всех он плохо работает на Good Game, потому что в чатик и в конфу в Твиче в скайпе писали об этом. Другие люди тоже. Так, оракул летает, ревелейшны везде идут. Четвертую хату Блай стоит. 70 дронов Блай. Вот прикиньте, Блай сейчас по макро, по рабам уже впереди. Но если бы он вначале так не затерпел бы, ситуация совершенно другой была бы вообще.
Здесь у нас чарш, иммортлы, архивы темпларов, то есть выход с архонами намечается, судя по всему, от шоу-тайма. Интересная стенка здесь от забеганий с направления вот с 7-8 часов, 9 часов застраивается здесь. Четвертый Нексус, здесь будет выход, получается. Ну, тут такая карта, да, здесь такое, много всяких лабиринтов. Шестьдесят восемь, 82, пора вам. Чаршу, конечно же, шоу-тайма, плюс 2 почему-то не заказывает. Иммортлы строятся, шторм, 4-й Нексус, Блая никак законтить не может. Ну, Блая Гидра! Кстати, 82 дрона у Блая... Погодите, это хай был у Блая, что ли, уже? Так, эволюционировал. Да, Блая делал хайв, но отменил и решил шоу-тайма обмануть, что ли? Да, похоже. Кстати, на этой карте нет ни одного места, где было бы реально широкий проход и можно было бы жестко давить. А вот Гидра Линга Беллинга против того, что шоу-тайм делать, я не думаю, что самая лучшая идея. Вот мутка с 5 бас, масс, вот эта идея, как мне кажется, очень даже неплохая могла бы быть. Так, до когтя время было очень много нужно сейчас. Так, Оракул прилетает, Оракул минус. Приходят Линги Беллинги, Блай пытается... Забрать шоу-тайму, призму забирает, филды, крошит, сентри, один штурмовичок погиб. Хорошо, Блайбой принимает, 143 на 120, неужели такой переворотик хороший? Штурмовичков, Блай, кроши, какие они демеджены, один остался. Архон полудохлый, можно гнать нафиг этого гаденыша сейчас. Хорошо, Блай действует. Линги идет вперед, какие линги вперед, тут Беллингов дофига, офигеть. Че Блай боится-то? А, ну тут много уже иммортов. Ну, вот Зилков отвел шоу-тайм. Надо такие бои надо сходу принимать. Телепорт от шоу-тайма идет домой. Здесь сливаются два архона. Блай заходит, фотонку принимает, пробревает, пытается покуснуть архончика. Одного зафокусил. Линги, Беллинги идут вперед. Где прирост? Блай вниз надо спуститься. Спускается Блани. 16 гидралов заказано. Так, опять Блай заходит, опять сделки и минус, а Архон подставляется, Гидра выдвигается вперед. Вот зачем Блай дерется тремя гидралисками против всей армии? Ну нахрен катить-то, здесь нечего катить, уйди ты назад, ё-моё, подожди ты, Линк, жить прирост Гидры всей хрени своей этой. Пусть это все выйдет здесь шоу-тайма, а когда надо, сваливает назад. Ну ёп. Не понимаю такой политики, но ведь нормально дрался. Вот, видишь, мало, отступи, прирост, подожди, вот, сделай кулак, еще один налом. То есть в чем прикол вот таких, как Блая, тем ошибок таких? Ты пытаешься контролить малым количеством заведомо в хреновой ситуации, что тебе уже, ну не переконтролить тебе там больше юнитов, как бы. Ты тратишь на это контроль, из-за этого дозаказ меньше, все меньше, как бы. А можно было бы просто скопиться, как бы, да заказаться нормально и один бой грамотно провести просто. Так, шоу-тайм выдвигается вперед, еще раз шторма много у шоу-тайма, но Беллинги проходят, к имаму очень хорошо, и мортлы падают, смотрите, хп практически нет, Блай очень много лимита, ядра заходят в имам, шторма не хватает, 140, ну 120, призму сбивай, Блай, ну куда ты, призму не сбивает, не фокусит. Ядро в Архона ворвался просто, блин, вообще ужасный контроль. Все бегает. Спокойно, Сережа, спокойно. Спокойно. 8 муталисков у Блая. Масмутка, кстати, с 5 бас может подрешать. И ведь экономика у Блая очень неплохая. Вот здесь бы газ запилить. Тей газа вроде хватает, даже Блая сейчас, что самое интересное. Здесь очень много штормов, в лоб Блая не сможет драться. А вот, кстати, если шоу-тайм таким миксом, три крестом зилка и штормовики пойдет вперед, муткой можно просто будет сейчас убить все штормовиков и все.
Так, пошли беллинги. Мутка, где она, мутка эта? Мутка на вторую полетела, фотонку зачем-то полетел в лайт. А дома кто отбиваться будет, я не понимаю. 10 гидралисков, 7 гидралисков, 10 беллингов у Блая. Не, в принципе, если Блая отобьется, у него все нормально. А Муту-то шатает, замечательно. Мазершипкор, харась! Мазершипкор Блая убивает, смещается к пятой базе здесь. Везде фотонок у Шоутайма дофига. Муту отдавать нельзя. И здесь нормально Блая не может отбиться. Шоутайму больше лимитов. Это называется, знаешь, и опять архоны шоутаймовские. Опять архоны шоутаймовские, пацаны. Минус Блай 2-1. Выигранную игру сейчас Блай отдал. Просто выигранную. Вот сейчас было неправильное принятие решений. Коль ты муткой полетел сюда, изволь контролить ее идеально. Если ты их собираешься здесь отбиться и здесь убивать. В итоге Блай ни муты не сконтролил, ни дома не отбился. А мог бы муту здесь оставить, убить. Там не было ни одного юнита, который по воздуху стрелял. Муталисков 13. В легкую отбил бы зилков бы этих Блай. В легкую просто. И полетел бы дальше харазить, и землей бы еще разводил бы. Нет, надо было слиться, блин. В двух направлениях. Тяжело, тяжело, ребята. Так, ну ждем хост. Так, мама приехала. Сейчас надо, наверное, чалика поставить там ванну. Все, на хост прыгаю. Через секунду вернусь. Так, 2-1 шоу-тайм повел. Не, мог сейчас Блай нормально все сделать, но ничего, немножечко не хватило. Ребят, помните про то, что надо подписываться на премиум, естественно, поддерживать меня и мой канал, отключать отблоки. Ну и по реквизиту написания через плеер напиливать, естественно. Вот, кого-то там дропает нафиг. За это всем вам громадное спасибо, кто так делает. Так, все, можно закрыть уже нафиг.
Так, ну здесь гейт кибернетчика у шоу-тайма, застройку, здесь вот будет стенка. Кстати, здесь, да, один юнит здесь закроет, но лучше ставить еще один пилот, вот так вот, чтобы он параллельно кибернетчике стоял. Иначе, как бы, линги, если они сюда в него вторнутся, в этого юнита, они могут пробежать. Плюс, когда есть такой проход, как туннель, то можно второго сзади юнит ставить. Если первого много собак сгрызают, второй тоже блочит. А в таком проходе второй ни хрена блочить не будет. Уже мимо него побегут легко достаточно. Так, на третью была вторая, как и в предыдущих играх. Шоутайм подбегает здесь ко второй базе. Будет блочить вторую. Да, может подблочить сейчас еще вторую. Пробочка здесь есть. Пилон будет шоутайм впиливать. Видимо, да, будет пиливать пилон. Но у Блая два линга сейчас выйдут. Где они вообще, эти линги? Они бегут к шоу-тайму, к самому. На, пробегать здесь нету стенки ничего. Чё шоу-тайм Блай делает-то? И встал. Можно пробежать. Где? Блай контролит где-то. Законтролился Блаюшка. Мог пробежать. Там еще адептом и не пахло даже. Мог бы пробку на халяву забрать. Так, конечно, пробегает Блай. Так, одну пробку все равно забрал, ну то есть уже линги, получается, окупились. Но два дрона кто выпилил? Вот этот парень, не парняга, конечно, адепт это. Кроссовская женщина, блин. Это подруга вот это выпилила уже два дрона. Уходит назад. Вот 5 до 3 побед играется, ребята. Адептом Глефа ушел тайм. У Блая опять же овер делается, передроп лингов будет. Нагоняет Блая адепта и не может никак нагнать. Ну, накроет его. Вот шоу-тайм сейчас поймет, что линги что-то по всем направлениям бегают здесь. А, ну, вот передроп надо вот здесь делать. Здесь лифт просто делать достаточно. Потому что здесь надо лететь расстояние, на это тратится время. А здесь лифт нужно. Шоу-тайм спалил овера сейчас. Передроп пошел. А в лоб чё? Роуч ворон облая строится. Это не полный улын. Лингами имеется в виду. Но это полный улын с переходом в роучи получается. Да, как бы. Стороны Блая. Два адепта здесь. Здесь Блая пытается ворваться в тыл. Здесь уверчаж. Сразу шел там. Ёма, как он блочит, да? Он сразу два резервных пилона. Здесь есть центря с филдом. Уверчаж тут сразу... как клопа Блая. Бах, чё бегаем здесь вообще своими этими... Шоу-тайм делает вот так вот просто. Просто все надежно. Так, пробку сконтролил, не дал убить Блаю. 37-32. Ну, Блай, смотрите. Блай добавляет рабочих, но... Правда, шоу-тайму придется, кстати, пробить пилон. Сейчас свой, чтобы выйти. То есть, Блаю нужно успеть роуч построить, потому что сейчас глефами шоу-тайм пойдет и будет прессовать. Два Старгейта Фениксы будут, скорее всего. Бегунец один бегает. Так, овер на мейн будет залетать. Адепты что-то туда-сюда ползают. Сейчас шоу-тайм выход будет делать. У Блая что там, все 4 роучи, 7 еще лейер делается. Но это противоадептовые роучи, я так понимаю. Если Блай собирается в макро играть, ему сейчас СД надо зажать очень-очень жестко. Причем зажать. Здесь вот у нас адепты подходят. Блая линги сейчас чуть не сагрились. Ну вот этого тоже можно было бы увести на самом деле. Легко Блай адепт принимает, смотрите, очень легко. Шоу-тайма нет пока третьего Нексуса, для Блая это замечательно, но по рабам-то проседает он уже. По боевому в абсолютном плюсе Блай. Адептов желательно бы поймать, но тут адепты больше лингов с глефами поймали со своими. Уходит еще домой, Блай еще-то все туда-сюда, мимо адептов. Фениксов будет много,
Ну, Феникса долго роучи шатают, ребят. Поэтому я не знаю, конечно, получится ли Блайо здесь успешно... Ну... Реваджера Феникса поднимут. У Верчажей 3 штуки на 4 сейчас накопится. Здесь есть юнит, и Фениксов станет демажить будет. При необходимости Шоутайм мог бы и грелку заказать, но он понимает, что такой необходимости у него нет. Блайо отступает назад. Сейчас просто сохранить роучи. Выйти нормально в гидру. Либо Реваджера роучи, королева прессинг просто. И все. Под третий Нексус, которого у Шоутайма еще нет. И это ключевой момент здесь в этой игре вообще. Так, сагрили Слингена. Давайте по 30 лингов будем на ровном месте отдавать в 2017-м. Отлично. Блайо против королевы. Контроль. Шоутайм унижает королев. Все, уже Шоутайма больше. Только что Блайо на 20 больше было. Блайо вышел в никуда. В итоге Шоутайм все убивает. Похоже на то, что 3-1 здесь будет в этой игре. Я не вижу дальше продолжения нормально как бы для Блайо. Вот этот выход получается вообще ошибкой был. Но если Блайо смог... Если бы Блай запилил спорок на переходе между третьей и второй, если бы Блай спас роучей значительное количество, все бы нормально возможно было. Блай не спас этих роучей, у него больше нет продолжения. То есть ушли бы роучи назад, можно было бы в гидру попытаться выйти, да, допустим. Хотя что вот этих фениксов бы остановило? Ничего. Спорки по факту добавляются, оверов унижают. Ой-ой-ой, какая жесть вообще. Ну что, там... Силен. Блай сегодня реально хорошо играл. То есть он Гуру развалил, он там Элайва развалил, молодец. Но Шоутайм это Шоутайм. Посмотрите на потери, посмотрите на то, как Шоутайм играет. Шоутайм это не просто топовый европейский игрок, он и в мире топовый игрок на самом деле сейчас. Он с корейцами, с любыми может играть на уровне. Королев все унижает и унижает Шоутайм здесь. Энергия регенится у такого количества фениксов просто моментально. Потери растут у Шоутайма, у Блая точнее, у Шоутайма нет. Так, здесь Роуч пытается зайти, но здесь уже Эморф в лобешник Роучем начинает дамага выдавать. Филды пошли у Шоутайма очень и очень неплохие. Блай вынужден уступить, 57-38 по рабам. Фениксы возвращаются, сейчас Фениксы Роучи начнут ломать, сейчас все начнут здесь ломать Шоутайм. А, он еще и Фениксов мастер продолжает. Роучу прилетела от там одна этой морковы сейчас. Пищеблай просто как реально. Когда смотришь такие игры, как будто реально какая-то раса технологичная играет со зверями. Пищеблай бегает что-то туда-сюда вообще и ну, ничего сделать не может, к сожалению. Потому что вначале, вот уже после того выхода, адептов-то хорошо, очень хорошо здесь Блай запрессовал. Но потом вот этот контр-выход был просто не нужен, получается. Я сам даже сначала мне показалось нормально, Блай пошел, но потом было видно, что даже он и не нужен был. То есть просто надо было Блаю сидеть, пытаться что-то там отмаситься как-то. Но даже отступив потом Блай... Не заказал, то есть он не успел дома спорок напилить. Фениксы прилетели и унизили просто вообще. Просто прилетели и изничтожили в хлам вообще. Все. По потерям чуть ли не трехкратное преимущество. По ресурсам имеется в виду, по юнитам вообще понятно. Ну просто всегда юнитов больше, чем зерк убивает, ведь у него... Просто юниты дорогие и жирные, а у зерга юниты дешевые, как бы и не такие дорогие. Это логично, да? Сука, Феникс-то уже там 16 штук. Ну все, хорош уже, тормозить пора. Феникс погиб за игру? Один погиб. При этом всем, посмотрите, сколько они летают, харасят времени уже. По спорками. Ну, конечно, 16 фениксов, пофиг на спорки. Одному поля сняла спорку, второму... Они поменялись местами, отрегенились, короче говоря. Идет Шоутайм уже добивать. Ну тут ГГ очевидно, какие выводы? Надо реплей пересмотреть, сделать выводы просто из этих игр. Нужно более четко умение играть в экономику в макро. Другого у меня здесь нет. Потому что прокси хаты, Шоутайм за контрит. Ну Шоутайм топовый игрок.
реально топовый, поэтому. Но если ты хочешь выигрывать деньги, как бы зарабатывать на StarCraft, это нормально, то тогда нужно шоу-таймом играть на равных. Шоу-тайм тусуется здесь уже. Юнит MVP Шоу-Лайт немножечко подбомбил Шоу-Тайм Блая здесь. Поздравляем Шоу-Тайма, Блай молодец. Порадовал, вышел в финал. И даже заболингбастил Шоу-Тайма. Ну а я делаю стоп-старт, вернусь без задержки через 2 минуты, ребят. К вам.